Всем привет, папашки, на связи Тварына, и это стрим не третьих героев. Сегодня у нас Among Us с нашим бабликом в Дискорде, как обычно бывает по субботам. Поиграем пару-тройку часиков, поищем предателей, потом еще, может быть, покастим финал френч турика по дуэльке. Матч Курахи против Гонвейза, который стартанет через 20 минут. Ну, то есть не сначала, но... Подушите мою жопу! Там серия минимум БО3, а может даже и БО5. Короче, под финалочку мы, может, залетим. Как пойдет, посмотрим. Муркела, спасибо большое за подписку за 4 месяца. Римус Маф плюс. О, блин, я горю! Жопа горит! Так, стримкит подрубим. Он работает так же, как и на прошлой неделе. То есть будут видны всегда иконки тех, с кем мы играем. Но так лучше, вроде как, чем совсем без этого. Алги, спасибо за 4 месяца. Здорово. Так, ну и потихоньку залетаем. Сегодня, значит, с нами у паблики. Следующие персонажи: Ассасин, Флэш, ПВО, Маугли, Мунволкер, Эндэш, Саймон Лип, Юник и Вида. Ну, хотя вы можете видеть это все по иконкам. Я также присоединяюсь к ребятам. Они, видимо, уже катают. Или нет? Внезапный Римус по-любому. Шанс на внезапного Римуса всегда очень высокий. Пока Римус спит, не будите лихо, пока оно тихо. Еще не вечер. Всем здорово. Да, так тихо. Приветики, приветики. Я думал, может, вы играете. Не-не, молчим. Молчите, сидите. Понятно. Ну, здорово тогда чё. Добрый вечер. Так. Добрый, он же даже создал. А версия последняя, да? Вот я скачал. 3.1.2. Так. Но это не последняя. Подожди, 3.1.2. Там по ссылочке. Угу. Это версия Other Roles, правильно я понимаю? Да. 3.1.2. Понял, сейчас туда быстро сделаю. Так. Единственное, что я не вижу ссылочки на всю версию, у кого нету. Через игру он, да, ты... А, 2, 1, вот, 2, есть, 2. есть от ваншота. Сейчас продублирую. Да, с майнером, да? Да-да. А. Я вчера проверил, майнер нормальный. Сколько мегахэшей там, да? Пойдет, пойдет. Можно было бы и до 3.2.2 обновиться, просто... Вроде у большинства 3.1.2 уже стоит. Если мы все тут начнем обновляться, то... Надо потестить, вообще прикол. Не, ну и с другой стороны, может, я даже дистовку как-то... 3.2.2 надо потестить, если она вдруг она там лагает. 3.2.2 потестить. Ну, это тоже надо. Так, сейчас папашки скачаем быстро все. Пусть все будет. Видимо, не то я скачал все-таки. До стрима. Я, насколько поняла, у нас челленджи, возможно, от других стримеров. Нет. Например, Юник играет с челленджами, я в чате прочитала, что ему могут сказать ролик просто в целом. Но я челленджи во время этого не делаю. Челленджи, говорит, интересно. Так, ну что сделаем? Амбулан, спасибо большое за сапку. Подушите мою жопу! Welcome, welcome. Так. Блин, этих Among Us'ов уже версий больше, чем ауткастов, лол. Так. Чик-чик. О, блин, я горю! Вроде оно. О, жопа горит! Подушите мою жопу! Врокач, благодарю за 4 месяца. Чё там? Редим,
Purchased items. Бла-бла-бла. Что ты хочешь от меня? Охренеть. Not right now, Саня. Ну, хорошо. А что она хочет вообще? Да это типа оно предупреждает, что платный контент появился. А. Понятненько. Так, ну вроде все есть, код есть, пробуем подключиться. Какой тяжелый выбор, смотреть чемпионат мира по шахматам или Among? Можно совмещать, в принципе. Либо сделать тяжелый выбор. Да. Да. Где шапка? Стрел. Где все норм шапки? У меня шапка есть. Как же так красненько. А, это волканцы. Он забрал ее сегодня. А, вернул себя? Да, да. Он говорит, ты вчера на мафе покатал достаточно. Ничего себе. Тебя как... хватит. Как все поменялось. А, 10-й зашел, у меня опять вылетает. Ладно, тогда это место меня походит. Что, Саймон опять не может? Да. Блин, вылечил в прошлый раз, это болезнь меня. А нет, говорили, типа, создавать, если на большой человек, то не вылетает, но... Нет, там только у одного человека так сработало. А у Лыжник сработало, что создает она и запустить, пока не вылетела. Нет, там же... Да. К ней, когда заходишь, типа... Когда заходит фул, она все равно вылетает, даже если она создает. Ну, мы же с ней как-то играли, Веник. Жестко. Может быть, я не присутствовал просто. Она вылетала раз через раз, да. Рейнер там вроде происходит. Что происходит сейчас? Что за жесть? Капец, блин, жесть. Давай. Дайте вам Among поиграть. Столько нового все. Я беру фрейнер. Тыра-та-тыра-тыра. Предупреждение, что деньги будут списывать со стима каждый месяц. Может, у меня тоже человека бесплатно, который будет за меня работать. Так, 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 осуждаем. А у меня к стиму, по-моему, не привязана карта. Осуждаем рабство. Так это не нынешний. Я в стиме особо ничего не покупаю. Давайте закроем тему, ребят. Да, это я вот тоже подумал. Тише, 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 тише. Так. ПШУ барашек. Осуждаем там темки всякие. Заходи. Привет. А что поменялось-то? Рассказывайте. Какие-то роли добавили? Добавили кучу скинов, да. Эти роли, что добавили, мы их отключили модом. Поэтому ты не заметишь их. Чего? Чего? Модом. Ну, вообще, типа, в этой версии новой добавили в оригинальную игру камуфляж, морфа добавили. Медика и еще кого-то. А, ты про это? Не, добавили, знаете что? Добавили на трекера кнопку активную, который сделал его полезным. Кстати, а еще тем, кто не... сделал его имбовым. Ну, с 40 секундами он имбовый, если в тайминг нажать, скажем. Чё, а, да, сейчас? Еще и щит появляется в следующем раунде. Что за игнор? Щит появляется в следующем раунде благодаря настройке. Подожди, подожди, ну, сейчас поедем. Ждем, и рекомендую всем, кто первый раз, поставить эти самые... настройки кнопок. Посмотрите. Там теперь разные настройки кнопок. Мысли. А, хоткеи? Да, на мафии теперь винт не работает через пробел. Да, на инженере винт вообще не работает через пробел. Все действия на разных отдельных кнопках. А на мафии винт работал через пробел? Да. Ну, через E, ну, через всегда, я всегда нажимал через пробел. Я тоже по дефолту. Через E. Я даже сейчас поставил себе на пробел. Что-то сложно. И так сложно было играть. Так, а там могли один и тот же хоткей или Е, или пробел. Я вот слушаю кнопки, ну типа. Да, зайди его в нашу шестеренку. Change key build bindings. Я понял, сейчас посмотрю. И настроить все, как у тебя было. Ну, точнее, там все не получится, как у тебя было. Но я по сути что-то... только пробелом делал, а так я мышкой все. Ну вот теперь не получится все пробелом делать. Так, а задание на пробел все равно остается. Это только мафов касается и винтов, правильно я понял? Mm-hmm. Ага, окей. То есть тут нельзя два разных действия на одну кнопку забить. Вот я поставил себе на Е, типа, квесты, взаимодействия. А что еще? И на пробельчик винты. Вот так вот, короче.
Что еще прикольно сделали, это теперь, когда на мафиях от KM открываешь типа карту, там сразу можно делать саботажи. Так, чат, что-то я тут не надо отдельно нажимать. Винты это что такое? А как где здесь что? Винты, ребят? Это что, интеракт это винты или что? А, use wind impostor, понял. А интеракт это что? Это взаимодействие любое. Взаимодействие. У меня на Ешку стоит. На квест, например, нажать там или на админку встать. Чуть поначалу непривычно, если честно. Да, я тоже игры 3 привыкал. Ешку нажимать. Так, ну я готов. Вроде. Мы нейтральные 0.2 катаем, да? Попробуем. Я все равно как бы мышкой обычно большинство действий сделаю на мафе, да и на мирном. Ой, сложно, чё? Пиздец, конечно. И винты я редко использую. Все, все готовы, всем хорошие игры. Хорошие игры. У тебя ракет стоит на драке? Ну. Вроде да. Ничего не менял. Ребята, иконки с Дискорда невозможно никуда переместить, их можно только выключить или оставить как есть. В прошлый раз вроде большинство людей было за то, чтобы ставить вот так вот. Да. Все. Лук поменьше стал. Да ладно. О, это на Ена будет нажимать каждый раз. А я, наверное, на пробел привык. Подожди, а на крюмейте разве... Короче, надо поменять по дефолту, как было. Чуть юник меня сбил. Для Швида. Вида эндэш. Репорт маленький. Да. А что такое репорт маленький? Да. Сложно играть стало. Да ну как, ну куда? Ну за что? Зачем? Надо. Прям сейчас можешь поменять, а ну-ка. Так, все живо, да? Что-то как-то очень много движухи. Все позакрывали, я так понимаю, да? Сначала подумал, что ассасин сдох из-за этого скина. А он, блин, жив. Обидно. А это что такое? Левелы какие-то. Короче, я человек простой. Мне эти извинения, как бы. О, проснулся дед, смотрите. Кто деда разбудил? Подушите мою жопу! Здорово, Зумир, здорово. Чё, кого? Спасибо за сабочку. Так, Вида пришло. Что-то слишком тихо.
использовать все кнопки, ребят. Ну, долго. У нас три кнопки на всех. Кто там в прошлом раунде говорил, что ассасина затерли? Кто это Ванга? Речевая ошибка получается. Проголосовал в ПО. Так, а где он сдох-то? Не знаю, где ты его убил. Слушай, а он в админке сейчас был, нет? Нет, сейчас в админке я и Вида. А в меди кто сейчас, два человека? Флэш и Тварина. Я и Тварина. Мун с Флэшом бежали с камер, Мун пробежал в столовку, закрылись двери, мы с Флэшом остались... Я бежал, наоборот, из столовки. Остались в меди. Ассасина в целом за раунд этот не видел. Вида, ты откуда бежишь? С правой части. Да, ассасина там не видел вообще? Справа видел. Нет, да. Там был Тварына по правой части. Мне тоже кажется, вначале так и было, да. И я сейчас оттуда Форейнера выбежал. Я встал под конец на админку, видел два человека, которые разбегаются. Хорошо. Сверху, вида снизу. А два человека на камерах — это Мун и. Не-не, я в админке. Не-не, были. Флэш и Мун. Был я и Флэш. Флэш и Мун, да? Да. Один в реакторе прибежал на камеры, а потом. Ну, я сначала стоял, потом я ушел в реактор, встал Флэш, да. И что, не видно? Не видно нет, было ассасина нигде? Не-не-не, вот на самом деле, я говорю, по камерам, пока я стоял, осталось секунд 10-15, я ни разу не видел ассасина. По КД затерли. Ну, видимо, да. Походу. А вначале я куда убегал, не помнит никто? Не помню. Ладно, Маугли где был? Маугли был... Ой... Да везде был, но в конце раунда я в реакторе, но вообще ой. Был... Вот поэтому ой, хочется в Маугли кинуть сразу. Мне кажется, Маугли один из мафов. Никого, сейчас забежал на камеру. Чисто по речи. Я вот в для меня пара либо Маугли Форейнер, либо да Маугли, я не думаю, что это пара, я подозреваю, что это Вальтура просто сожрала где-то после мафа. Потому что я что-то не видел, чтобы... Ну хотя... Но там 0-2. Вультура. Чё моды новые? Да тут вообще дичь какая-то, Римус. Опять наворотили вот это. Делов. Так, у меня чё, где квесты? Щиты, админка, бэй. Так, больше всего Форейнера Маугли, да, подозреваем в теории. Так, юник пошел. Маугли, Форейнер бежал, Маугли, юник. Флэш, Мун. Шарупа, закрыты двери. Везде, да? Забегает Флэш на камеры и падает. И Виду затерли. Виду затерли? Ну вот, я подождал 2 секунды, потом зарепортил. Потому что я стоял на камерах. Вампир ну, килл это, или... это скорее всего вампир, потому что мы все бегаем. Слушай, сейчас. А Флэш он откуда забежал? Не видел? Он был из электрики. В электрике были да. Я, Мун, Тварына и Флэш как раз. Да. Да. Так секунду, вот я сейчас сбежал от камеры, я с Флэшем не пересекся даже. Ты бежал от камеры, не пересекся с Флэшем? Да, я пересекся с Муном, с Тварыной, по-моему, с ПВО. Подожди, а Мун... Со мной ты пересекся, подалеку. А, с Маугли. С Маугли, да, пересекся. И Флэш бежал... Сейчас... Форейнер еще был. После меня, Флэш бежал снизу за Маугли. Маугли ушел в реактор. Флэш забежал на камеру. Сам туплю, это Мун или Форейнер? Форейнер, откуда ты пришел на камеру ко мне? Я чуть не заметил. Он тоже был в электро. С верхнего двигателя, нет, я с верхнего двигателя пришел. О, это ложь. Форейнер был в электро. Ты не мог был... прийти. Как? Форейнер был как в электро. Не мог-то? Не, он говорит, что он с верхнего движка пришел, но он не мог прийти. Но это было до этого, это он говорит вообще то, что... Не знаю, Джестер. Чешу. Ладно, это не важно. Форейнер либо Маугли. У нас по прошлому, смотрите, у нас по прошлому раунду были...
Был килл затирания. Я думал, что это между видой с форейнером, вида умертва затерта. И вторая пара у меня была Moonflash. И вторая пара у меня тоже разбита. Вот в чем проблема. То есть в центре, по идее, его не затирали. Его затерли, скорее всего, по КД. То есть его затерли либо слева, либо справа. Видос... Слева были Moon и Flash. Второй... Ну, короче, у меня сейчас маф между форейнером и Moon точно один. Ну, смотрите, у нас не обязательно... Мы скипаем. Мафы затерли. Просто... Ну да, я знаю. Вообще, так и было, скорее всего. Слева весь раунд был. Практически. Не весь раунд, ты под конец пришел. Я от тебя ушел, потому что я подозреваю, что ты в паре с Маугли. Короче, я не понял, как Юник нарисовал пару вида Форейнер. Ну, короче, для меня Форейнер Маугли может быть Мун, да? То есть кто-то из них. Маугли что-то по прошлой речи очень подозрительный имхо. Здесь Маугли тоже мог сделать этот килл. Все, маф. Он не маф. Блин, не захотел меня убивать. Ай. Хорош. Блядь. Хорош. Я меня убил. А, я тебе намекаю, нажми кнопку, а ты маф еще. Одну секунду, а как... Надо было мне кнопку нажимать. А как Саня не увидел, что меня в админке? Ну, видать, немножко не хватило прям. А Юника, ты не видел, что... Ты не видел, что... Типа там труп уже? Мы прям перед тобой успели зачистить Юника на админке. Ты забегал, да, у тебя репорт успел скрыться. Ну, может быть... Не, у меня палец на кнопке репорта. Ну, типа, он не горел. Хз. Надо было... Я что-то... Блин, флеш вообще неудачно по этому попал. Кнопку надо было нажимать. Да. Блин, я видел... А вы затерли... Ассасина вы затерли по КД, да? Да, над связью прям. Маугли Мун, а Маугли врубил связь. Маугли вот это по этой речи. Блин, Маугли, кстати, по речи вообще сразу начал подозревать. Вот это... Ой, я так много где был за этот раунд. Я такой, ясно, маф. Ладно, всем хорошей игры. Красавцы. Молодцы. Ребят, просьба не спешить с кнопками, потому что... Ну да, у вас осталась одна кнопка с затирателем, как бы. А я по итогу кнопку из-за этого и не нажал. Ну типа, потому что... Стрёмно. А что это? Я говорю, потому что последнюю кнопку просто маф нажимает, и все. Так, чат работаем. Второй раз играю на Вультуре. Да! Наигрался. Чё за роль? Пиздатая роль, интересно. Я подозреваю, что это чё. Нейтральная роль, мне нужно было съесть три трупа, тогда я бы выиграл. Скорее всего, покушали, получилось. Убился от меня через Варлока, либо его укусили на вампире, когда он бежал в электрику. Если убился от меня через Варлока, я пересекался только с ПВО, Юником и Муном. Роль? Если вампир, то считай. Блин, обидно. Ну, я справа еще видел, кроме себя, форейницы. Вида НДш на камерах, мы все время были с левой стороны. Ну да.
Я сейчас в админку забежал, секунды две. А что за, ну, это из-за левелов, да, такие картинки? Ну, типа фон. Ну, Кикелуни более... Из медбая. Трёх медбая, да. Откуда он прибежал, тварина, ещё? Тварина прибежала ко мне в лесу. Да мы покушали, покушали. Правда, не трупа, а голова. Плюс. В привычном свете на складе. Ну тогда это я. Фоны получаешь космикуба. Ой-ё. Я стою при выключенном свете на складе. Космикубы. Это вот типа игра в игре какая-то, да? Погоди, ты же вроде выбегал из админки. Выбегал из админки, встал на канистру. Но там свет, по-моему, уже починили на тот момент. Ну, может быть, и не уверен. Так, Фарин, НДШ и Вида, вот вы последние секунд 10 назад были. Ну, как бы укусили тварину, да, где-то на складе 10. А я сейчас могу в эти космокубы поиграть? С левой стороны со старт. А хорошо. Это не может быть байт? Смотри, всегда может быть. А сколько на байта стоит? 10%, как мне? Я не помню, 10-20. Это не важно. Каково белюгарное? Короче, у нас понял. ПВО и мун друг друга красняются, с учетом того, что вот киллу 2-3 секунды. Ну, я говорю, ну, я буквально 2-3 секунды назад забежал так, в армию. Так, а что там, кстати, начинается? Меня должны были видеть со склада. То есть, я видел это взглядом. Раха Гунглэйзи матч. Не под камерами, а прям... Видел, что... Да, мы как бы с юником перестеклись под... на выходе попозже. Из админки. Мы форейнера флеша ассасина не посчитаем. Форейнер флеш справа. Весь раунд. Блять, и квестов нету. Ну ё-моё. Такая нелепая сейчас смерть получилась. А что это за перемещение такие интересные? Тишина. Оп, в Байтецкого попал. Юник об меня упал. Юник батя, да. То есть это все-таки скорее варл килл. Сколько ты подождал, Мун? Сколько ты подождал? 2 секунды. Нет, я не ждал 2 секунды, я стою на камерах, это был только что килл, это видно. Поезда, Мун. Ну не знаю, у меня это 2 секунды видно. Он упал, я встал на нем. Нет, он только что его убил. Не, палево. Хорошо, что чел на камерах стоял. На камерах это... Нельзя было под камерами, получается, резать. Юник, получается, хорошо байт отыграл. Ну, хотите, можете меня разменять. Я видел, что... Щит-медика теперь не сразу это... виден. А это, погоди. Если я тебе говорю, дают щит, то ты не сразу увидишь. Может быть, синхрон, там, тюрьки, вот это вот. Нет. Все. Нет, не может быть. Дверь видел. Такого. Скорее всего, байтера попал просто. Щит только в следующем раунде. В прошлом раунде, если типа, не знать, слышал, то умеет. Вида сказала интересно. Вместе с Плэшом, что я выходил из медбая. С каким флешом? Я? Кто там на камерах стоял? С Эндэшем. С Эндэшем. Ну хорошо, получается у нас Мун и Юник, они были в любом случае подозреваемыми по прошлому киллу, но там еще ПВО 3. Но я за то, чтобы разменять Муна. ПВО там Афло тоже. ПВО Варлок. Он и по вампиру, и по Варлоку подходил. Чпоньк, к Сиге ему готов? Да конечно, лол. Вчера тренировались на чаепитии, ребят. К Сиге ему. Блин, там проблемка в том, что накладка получается завтра. Там, типа, нарисовался каст второй партии Шопа Венефис в чемпионате мира. И он, короче, в 6 МСК стартует в 18.00, а в 20.00 своя игра.
Соответственно, будет у нас троеборье некое. Покастим типа чемпионат мира, потом поиграем в свою игру. А потом, я надеюсь, если игра еще продолжится, то... продолжим каст. Труп фарейнится на кнопке с нижней стороны. Так, ну я на камерах стоял. Я, в принципе, стоял недолго. Сладкий придумать в следующий раунде намекнуть Мирону, но что у него щит от тебя. Вообще никого, кроме на медике тебя. Не видел, только... ну, ты в следующем раунде, получается, просто бегаешь с ним. Ну, пытаешься, да, примазаться, он туда должен догадываться. Где были остальные? Еще в начале раунда видел Видов, в том районе тусовалась. Видов вместе со мной в электричке только что. В каком районе? В районе кнопки? Ну, да. Ну, вначале, наверное, мы все в районе кнопки тусуемся. Я была с Дэшем и Ассасином в электрике. Хорошо. Дэш лежал вроде налево, насколько я поняла. Где ПВО? Да, ПВО. Сначала я стоял на админке, потом побежал в связь, сделал квест, вернулся и починил нижний двигатель. Так, ладно, смысл как раз в том, чтобы не окрасняться рулю, так что такой себе бегать за подвечным. А нижний двигатель ты починил, это где? Нижний кислород. Кислород в одном. А, кислород. Ну, смотрите, в первом раунде, если что, он типа... окраснял ПВО, сейчас ПВО. Окраснял, потому что это не варлок килл. ББ получается. Там наоборот смысл в том, что ты должен все-таки мирному, если ты считаешь, что он мирный, намекнуть, что ты медик, чтобы он понимал твою роль. Ну, либо этого не делать. То есть тут, смотря с какой стороны посмотреть. Вот. Конечно, возможно, свежий килл. Нет, скорее всего, это или килл по КД, или... килл по КД. Нас не варлок, а вампир удаленщик. По КД вряд ли не было человека в админке вначале. Ну, смотрите, я последние 10 секунд стою на камеры, на камерах, и никто в столовку не забегал. Ну, кроме флеша, который шел репортить. У нас один мав 100%, да? Скорее всего, я в ПВО проголосовал. Ну, я тоже в ПВО проголосовал. Потому что Эндэш Вида и вместе стоит. ГГМ. Мамка и Флэшак, я знаю, в ПВО. Я тоже в ПВО проголосовал. В смысле, втроём? Почему вчетвером? Я к тому же Эндэш ушёл. Я его дожал, ребят, дожал. Дожиматель, блядь. Не, я про Муна. Я, короче, за ним весь раунд бегал на байте. Он не выйдет. Неплохо. А ПВО всё-таки варлоком. Ну да, Найс я на вультуре поиграл. Особенно удобно, что ты под камерами за ним бегал на байте. А Юник вообще четко, кстати, забайтил. А кем был Мун? Понятнее. Клинером. Клинером. Ага. Бля. Чё же он не показал мне это интересно. Это нам еще кого-то искать надо получить? Ну, опять замена, да. Александр, приятного настроения. Привет, Андрей, благодарю. Вути, привет. Привет, Вути. Привет, Вути. Йо. Так, Космокубы, а где, как? Я туда как-то заходил. Есть, ты сюда, что ли? Одну... Да, давайте одну в девятером, там, Вути вернется. На десятерых. Всем хорошей игры. Активейт нажать. А, не, все, не активейт. Здорово, не бей одиночную, бей комбинации. Жестко. Привет всем. Здорово. Привет, Вути. Да, я позвал. И вовремя, как всегда. Наконец-то у нас разноцвет. Дождём тогда. Подожди, а как это крюмейт, а потом роль выдают? Это что-то... What? Так, кто тут трётся? Пошёл. Не ассасин. Давай ассасину дадим. Труп Юника на входе в админку под камерой. В админку я не забегал, 2 секунды потанцевал, нажал репорт. Был изначально в меди с ассасином и ПВО. Соответственно, они и я этот килл сделать не могли. А кто починил нижний кислород? Ну, я там была, ты знаешь. А Юника не видела? Нет, Юник не сходил. Только Маугли был, он вышел из... нижнего 2, так не бежал. Я починил верхний. Я в начале раунда был в админке как раз, в админке была Вида,
я видел Юника, который как раз стоял в перекрестке на входе в админку. И он там так и остался стоять. Подозреваю, его именно в самом начале раунда и убили. Я побежал в электрику, ко мне прибежали флеш и эндэш. Откуда вы прибежали? Я прибежал со столовки, я скинул мусор в столовке и побежал напрямую в электрику. Я Юника, бежал... Юника видел? Юник еще стоял. Стоял. Эндэш? Я по левой части пришел. Когда я пришел в электрику, стояли флеш и Маугли. А где был ПВО? С Тварыной в меди. А, ПВО с Тварыной в меди. Фрейна починил верхнего 2. Я не помню, чтоб там кто-то был. Блин. Ну, получается, ни Тварына, ни Ассасин, ни ПВО, ни Фарейнер, если он починил верхнего 2. Почему не Тварына? Типа едет, как попадаешь и репотишь, или почему? Не, ну, теоретически меня не видели. Камеры не горели, теоретически я мог убить. Да, саморез всегда может быть. Непонятно, в какой момент Юник умер, потому что, как я понял, он лежит на том месте, где стал с самого начала раунда. Ну, он вроде даже не на квесте, но он прям вот посередине на входе. Видимо, авка был. Может, вампир его? Знаменитый теоретический килл, короче. Флэш, вида, тварина. Маугли. Кто могли этот килл сделать? Маугли. Так, флеш после меня пробегал. Да, окей. Так, флеш вида, да, получается, по этой логике. Ну, кстати, ассасин поймет, что это либо я медик, либо... Ну, и он знает мою роль. Потому что на скане, да? Не вбивай. Ты так и не настроил оверлей трудности. Да у тебя трудности. Специалисты по оверлей. Это стримкит, он не настраивается. Сейчас забегаю в админку, из админки бежит эндэш. И как раз когда забегаю, вижу падающий трупик Фарейнера. Но по таймингу, то есть это эндэш кильнуть ручками, по идее, не успел, так как... Ну, я его встретил. Это не оверлей, Римс. Это стримкит, это немножко другая вещь. Если бы эндэш бивал руками, то он бы уже лежал, а не падал. То есть для меня это килл вампира, поэтому эндэш, расскажи... Самое интересное, что мы с ним стояли... А, он прибежал со столовки. В столовке было 3 человека, один был на О2 вроде бы, один бежал через щиты, он потом завис в хранилке, я пошел смотреть, кто это, оттуда выбежал Маугли. И кто-то один еще бежал по левой части. Вот. Что я подминки видел? Форейнер прибежал со столовки, то есть если его реально укусил какой-то вампир еще кто-то, то это кто-то из 3 человек со столовки. Если это, ну, возможно, это самореп, но это прям слишком нагло, потому что я прям только вышел. Ну хорошо, давайте... Кто из столовки прибежал в реактор? По идее, это мы с Тварыной, мы как раз вдвоем и прибежали. Тварына бежал впереди, флеш бежал за мной. А Фарейнера в этом подозрев... Фарейнера там не было. Мы были вдвоем в реакторе. Я бежал из админки, я, ну типа, когда бежал налево, Фарейнера тоже не видел, как он забегает в сторону админки. Это, можно вопрос? Эндэш и флеш, вы в первом раунде типа вдвоем бежали со столовки? Нет, эндэш с левой стороны пришел, я с хранилища пришел со стороны столовки. Флэш подозревался по первому киллу. Я не понимаю, почему Маугли сказал, что он не может подозреваться по первому киллу, если Маугли сейчас сам говорит, что он подозревает. Потому что Маугли слева был на камере. Нет, Маугли бежал. Спасибо огромное, Бути. Я бежал через Юника. Маугли бежал через Юника. Если у нас есть вампир, то мог быть кто угодно, кто пробегал мимо Юника. У нас есть Тварына, флеш и я, да, по первому киллу? Ну, да, Маугли. По первому киллу для меня флеш, Маугли. Не знаю. Ну, ПВО, короче, с ассасином должны понимать, что я мирный. Вот. Но эту инфу, наверное, говорить не стоит. Я хз даже. Ну, вида прям вот она... Не знаю, вида флэш. Не нравится мне, как она цепляется.
Кто связь починил? Я. Труп ПВО, честно говоря, не знаю где, в районе канистры. Починил, вроде же не горел. Я пробегал с коридора электрики, пробегая к канистре, у меня загорелась кнопка репорта. А кто последний стоял на камеру? Ты сейчас где? Я последний стоял на камеру. Скан пофиксили, он не так работает сейчас. Я забежал в электрику, я побежал на левую часть. Закончил на нижнем движке, это где заливка. А где Маугли труп? Труп где-то в районе канистры. Ну, НДш теорию в тюрьму. У меня два мафа, НДш и флэш. В первом раунде Чарупа, ПВО, я, Форенец, как я вижу, вида не могли убить, потому что глупо убить, типа, и зайти в админку, возле трупа стоять. Ну, это крайне тупо. Типа, Маугли, флэш были по первому раунду. Сейчас, если флэш починил, Чарупе, типа, я верю, а Виде тоже. У меня остается НДш. Флэш починил, но он мог куснуть. Я бы все равно флеша кикал, не знаю. Он мог куснуть, ставить на камеру. Мало мог тупую вторую ночь подряд саморефит, и вы мне говорите, что это я. Ладно, ну типа НДш мог, там что-то не мог, но типа мало ли в тупую второй раз подряд саморефит кил. Хорошо, где находится НДш? НДш находится на нижнем движке. А по админке есть инфа? Так, а связь вырубили. А, саботаж связи. Стояли на админке с ПВО. Мы выбежали. Нет, связь починили уже. Я добегаю до связи, ПВО где-то сзади меня остался. И ее починили, когда типа я забегаю на связь. Но света нету, я не вижу. Если труп реально в хранилке, я поэтому спросил, как Маугли говорит, то я подозреваю, что это не Чарупа, потому что он был. Так, ребята, хуяная инфа, нам надо кикать мафа, флэш или НДш. НДш, НДш. НДш. Да, блядь, вы что, шутите? Маугли, ты прикалываешься? Ну, Маугли, маф получается. Я говорю НДш, вы голосуете во флэш. Ну, я еще один шанс будет у нас. Ну, я с ассасином сыграл, блядь, не знаю. Ну, какой нахуй шанс? Типа, инженер. Ну, очень странное голосование. Маугли вбрасывает, да? Маугли во флэша. Ну, я бы вообще кикал флэша, но, блядь, ассасин почему-то к НДшу прицепился, я хуй знает. Ну, НДш флэш, два мафа. Честно говоря, я не увидел. Какой НДш флэш, если тих, я стою тих, на кнопке, тих, в чем проблема? Я тебе больше скажу, Маугли, походу никто не убил. Да, она сама умерла? Это, походу, шериф был как раз. Сомневаюсь, что это шериф. А я не знаю, мы бегали вчетвером, я судорожно клацал кнопку репорта, я даже не увидел, что ты произошел. Будь у нас два мафа, мне кажется, мы бы уже проиграли, не? У нас два мафа, это НДш и флэш. Первым убил флэш, ПВО убил НДш точно. Вообще, в чем обоснована твоя топ? Я хз, почему ПВО типа убил. Смотри, именно НДш? Флэш знаю, тоже мог просто сделать этот килл. Почему нам надежно флэша не выкинуть, если флэш по этим... Ну, да. Но после этого голосования прошлого очень стрёмного, я Маугли начинаю подозревать. Маугли... Ну, если Маугли маф, тогда флэш мирный, и вообще хз, если честно. Я начинаю паранойя. Говорю, что Маугли тупо саморепит. Ну, и это в первом понятно. Раунде, точно так же, как и я, Маугли мог укусить на вампире. То, что он говорит, что он якобы пробегал раньше меня. А, с другой стороны, того... да не, Маугли, наверное, все-таки мирный, потому можно что скажу? Два мафа проголосовали мирный в Маугли, по идее, а Вида поверила Маугли во флэша, да, проголосовала. Да, почему два? Да, а Тварин Ассасин в НДШа голосовал. Да, Тварин Ассасин в НДШа. Да. Ну, а давайте, давайте только тогда, блядь, мы четко проголосуем в мафа. Я а вы понимаете такой прикол, что два мафа могли проголосовать не в Маугли, а в НДШ, например? Нет, в НДШ... Тогда мафы, тварина и ассасин. Короче, cool story, Bob. А, ассасин, в кого голосуем? Кто голосовал в НДШ вообще? Ну, давайте во тварина флэше. Тварина и ассасин. Маугли, давай во флэше. Хорошо, давайте во флэше, а потом в НДШ. Маугли, ты решаешь. Да, что-то такое кустория. Cool, а, Маугли джестер, похоже. Ну, может быть джестером. Но все равно мафа и флэш НДш, по-другому не может быть. Бля, если Маугли джестер, то да, cool. Ну, кустория, cool не кустория, cool, а изикатка. Маугли может быть джестером. Бля, квестов. Хотя, с другой стороны, нам просто надо кикнуть НДша, да и все. Thank you.
Но это неправильный выбор, потому что я знаю, кто Шарупа. Угу. Я на столе, ну окей, ладно. Ну ты варлок на столе. Красава. А, нет, он не варлок, там люк открылся. Я не буду душиться. А люк открылся? Ассасин удивительно сдал двух мафов. Видно, хорошо сыграл. Таня мне дал щит в первом раунде. Ну, мы, нет, да, я знал, что он мир... Ну, точнее, не знал, но он первый килл точно не мог делать. И с ассасином, естественно, мы до конца... У нас был вариант выиграть, только если бандеж резал по КД. Там, там щит висел. Это... В первом раунде ПВО, Рупа, я не могу убить. Ранец был в кислороде. Не верю, что типа он убил. Не верю, что Вида бы убила в коридоре. Так а что я смогу? Я его запущу и смогу в игре играть или что? Для меня оставался так, ты, Ассасин, Надеж и Маугли. Если работает, то это не тупо. Ладно, так, где это хуй? Маугли, а ну, как насчет... согласен. Как здесь, насчет, да? Настройки, по моей логике было так. Чтобы защищенный не видел. Да-да-да, поставьте на щит на следующем раунде, пожалуйста. Так, а я Дэш, не видел, он на следующем стоит. Раунде дался. Да. Дэш, а ты что, не понял, что случилось? Нет, тут стоит, что щит видит и защищенный, и медик. Так, медик, да, щит будет в следующем раунде. Щит в следующем раунде, мы были ПВО и Чарупа, мне больше никто не мог дать щит. Так, ладно, все, не будете. ПВО умер, остался с Саней. Короче, Виде настолько не понравилось голосование, что она Маугли разбила. Я целилась во флеша, но тут надо было хоть куда-то. Я бы в флеша, конечно, пыталась. Блин, я бы на твоем месте тоже Маугли залезал за вот это последнее голосование сразу в флеша. В конце после. Я по читам бегал, специально кнопку жал. Крюмейт. Ваша роль крюмейт. Спасибо, крюмейт. Встречается как-то крюмейт с крюмейтом. Какая ваша профессия, крюмейт? Сука. Че бонусы дают? Понятия не имею. Там фоны какие-то, еще что-то. Мне похуй, я крюмейт. Так, видно. На камерах никого. В реакторе никого. И... Меня закрыли в столовке. Человек выбегал из коридора Мидбэя, если не ошибаюсь. Пришел нажать кнопку. Давайте посчитаемся. Может, флешек тут? Я с ПВО на админке стою, оранжевый, красный, белый с левой стороны находится. В смысле оранжевый? Это ПВО оранжевый, если на админке стоишь. А, ну фу, сори, по рейнерам, значит, стою в админке. Там волосы. Я забежал в столовку. Не перейди. Он забежал в админке. Цвет себя поменяет, наверное. Ой, в столовку. Ну, белый был на... Давайте дальше. Я в правой части навигации щиты, флеша там не видел. Никого вообще. Я слева, верхний движок. Ну да, он туда и бежал. Флеша, мне кажется, где-то справа рубанули. Флеш был на скачке этих... Точнее, на выбросе мусора в столовую и ушел направо однозначно. А почему тогда люди, которые справа говорят, не видели его? Ну, не знаю, я первый бежал в навигацию, ушел вниз, может быть, там кто-то... Окей, на админке сейчас кто-нибудь есть? Я на админке. Сколько человек в столовой? Три. В столовой сейчас, по-моему, два было. Это НДШ, НДШ и Юник. И я еще был человек, который слева где-то был в столовке. Это пара. Это я забежал, но только я с админки пришел. Окей. На метеоритах есть кто-то? А кто в правую дверь долбился? Это Форейнер, да, был? Нет. Я в столовке, внутри, закрытый. На метеоритах вроде не было никого. Ну там люди перемещали. Остальные где? Давайте считаемся. Маугли. Я на камеры зашел с медбая. Саня видел, как только что с реактора вышел верхний двигатель. А, подожди. В смысле зашел? Я не видел никого. Ну, я зашел на камеры, положил чеснок и встал на камеру. Камеры реактор? Ловко, ты вышел с реактора. Горели камеры? Блять, я не видел. Ну, я только стал, короче... Меня НДШ в меди видел. Да, эти люди не могли. Форейнер, Ассасин не могли. Подозреваю Юника пока. Форейнер не мог. Странно, но я, конечно, стал на залив бенза, он мог в этот момент пройти, но там же прошло, я не успел даже заполнить. Ну ладно, нихуй. Чеснок положил, ну да. Вопросов нема.
Маугли измена бежит ко мне. Угу, спасибо. Когда я в реактор забегал, проскочил ассасин. Может быть, может быть. Просто я его не видел. Ну, уже не важно. Два раза электрик, и навстречу бежит Маугли. Маугли? Я был с твариной на нижнем двигателе вдвоем. Я побежал наверх, встретил бегущего в сторону Юника. Тварина побежал как раз в сторону электрики. Юник импостер. А импостер это просто маф без роли, что ли? Либо Юник саморем, что маловероятно. Короче, НДЭш. Да, НДЭш на связи. Прикольно. Только что был со мной шкипер и ПВО. Ассасин был тоже с правой стороны, он не мог видеть. Я ну, с другой стороны, правильно. Крюмейты же есть без роли, почему мафы с ролями должны быть? Я еще. К нам форейнер вроде забежал. Обычка мафа. Так, еще раз, форейнер... Они все посчитались, Маугли. Ну, давайте разменяем меня с Юником. А ты уверен, что он за самореп? Мне кажется... Ты же только что сказал вроде, что... А что там, никого больше слева не было, да, получается? Я вообще был один слева. Я не знаю вот эту инфу про то, что они были вдвоем на нижнем движке. Я бежал через нижний движок, никого не было, и бежал ко мне навстречу, уже не в движке, по-моему, а где-то под электрикой, да, по-моему, Маугли. И, соответственно, за ним труп. Ну, там... А он говорит, что он ушел типа с нижнего движка, а тварина ушел направо. Но я встретил самого Маугли уже правее нижнего движка. Получается хороший килл, с другой стороны, по его подставил Юника. Только выбежал, то есть его там буквально зарезали. Хорошо, с вами кто-то был еще? Назад. Но Юник хорошо в Маугли выезжает. Вы только вдвоем были? Да, мы только вдвоем были. А ПВО где было? Может быть, Маугли джестер, я не знаю. Я с админки пришел. Я проголосовал в Юника, готов на размен. Скипну. Вампир может быть еще, типа, за Маугли мог. Да, попасть. Ну, вампир только я могу быть. Непонятно. Маугли тебя стягнул. Ну, получается, такой себе въезд. Минус Юник. Сейчас еще придумают, как-то Маугли не кикать, еще будет топ. Ну, хотя вряд ли как-то это придумается. Типа сейчас саботажа нету, это намекает на то, что... Ну, мафы ждут кнопку. Я бы, короче, не кикал тут много. Кнопку, как бы, ну, лично я сам буду скипать. Вы, если подозреваете во мне джестера, можете тоже скипать. Также я бы, пока есть время, предложил бы еще раз посчитаться. То есть, убийца, если это все-таки не Юник, он далеко... Сейчас Маугли, короче, двух есть, мафов вообще вычислил, да, тут будет. Поэтому, если... В пышевую новую, плюс. В правой части, там, Вида, Ассасин, кто еще? Это красиво. Я, Ассасин, НДЭш. Сейчас посчитается, кого не найдут. Смотри, НДЭш со мной сначала был, я потом увидела Ассасина настоящего в навигации, а вот шкипера и ПВО... Летварина, доброго вечера, привет. Связь я починил, Ассасин все время со мной был там рядом справа. Хорошо, а Фрейнер их видел? Или ты сверху пришел? Я сверху пришел, я пришел к Виде и Ассасину, который в навигации стоит. У нас только шкипер и ПВО друг друга видят. Их больше никто не видит. Я не вижу ПВО. Никто не видит. Меня видит НДЭш, только что сказал. Под конец, над связью по Вути, это было ПВО, да? Я просто встал в квест. Ну так над связью техника. Убил, ну, я немножко не знаю, прибежал. Над связью. Может откуда быть, прибежал? Вопрос. Починил, как бы, вопрос. Справа, откуда прибежал ПВО? Справа оставались как раз Ассасин и НДЭш. Виду я тоже не видел. И все? Ну, у нас есть вероятность, что, например, убил ПВО, и его НДШ красняет, потому что кроме НДШ его никто не видит. Форейнер забежал у нас Я его не красняю, если что. А, стоп. Нет. Форейнер забежал в навигацию, но он говорит, что через верх, его никто не видел, как он бежит. Оружейки. Маули напал на след. Значит, смотри, в первом раунде, скорее всего, убил Юник, потому что я помню, что кто-то со мной долбился в правые двери, они закрылись. Я прошляпил, правда, кто это был. Возможно, это был даже Флэш. Я подозреваю, что на удаленном, возможно, он флеша убил и нажал кнопку. И флеш умер от кнопки. Вполне возможно, да. Это для меня логичный вариант, единственный. Потому что когда я поднимался кик с сомнинки, он наоборот спускался. Юник бы не жал кнопку так рано. О, мирный скипает Маугли.
А кто проголосовал? Красные, ну не знаю. Красные ассасины. Одна из... Немножко не дожали, да? Не был задан вопрос, откуда прибежал ПВО. По идее... У него единственный вариант сказать, что он из админки прибежал, или типа где-то был в столовке. Но это все равно рядом к киллу. А если он говорит, что он в админке, там могут быть люди, которые скажут, что его там не было. Теоретически. В общем, килл по итогу такой себе, да, получился. Вроде на первый взгляд круто. Вроде и Маугли там можно подставить было и въехать. Но на деле... Все выглядит немножко иначе. Ты под электричкой ближе к хранилищу. Кто из вас последний забегал в электрику? Маугли. Вы там сейчас все были. Но ПВО вообще не было на электричке. Я на админке стою. Сейчас самый первый на свет встал ассасин, за ним я. Ну, еще Вути там был где-то. НДш и шкипер там еще были. НДш сам а тут все кроме... Электрики, да. Ну, кстати, на шестерых Маугли можно и кинуть, потому что... Потому что стрёмно, если вдруг не попали в юника. Если вампир, то это Фрейнер, но вы можете для верности сначала меня. Я был на свете с юником. Ну типа да, на шестерых уже, наверное, надо. Ну как хотите, я так же он парится, как Джестер. Вот в прошлый раз я голосовал прям в Маугли, не знаю кто второй, но я точно голосовал в Маугли. Теперь я не хочу в Маугли, потому что я думаю, что он может быть Джестером. А кто голосовал? Для меня Фаренец вампир по прошлому раунду, не знаю. Подожди, я ни по какому из голов не подхожу. Я сверху буду. Ну если б я договорил, я бы тебе сказал. В прошлом раунде я, Шкипер, я, НДш, Вида были с правой стороны. Типа для меня Мав, типа ПВО был Юник, Маугли и Фаренец. Да Маугли надо просто так кликать сердечком. Через дверь забежать на навигатор. 7 секунд это идеально. Тихо. Маугли, мне кажется, не полезный, мирный. Я последние 5 на столе. Секунд был вместе надо с Фаренной, ну, до его смерти в нижнем движке. Короче, Маугли не джессер, потому что в прошлом раунде голосовали я и НДш в него. А там была спорная ситуация, мне кажется, он бы в себя... Я не голосовал Маугли. Голосовал я голосовал Маугли, еще раз. Я не джессер. В общем, в Маугли я сейчас не хочу допить. В кого? Я в Маугли кинул. Маугли, ты в кого? Критика. У нас был разноцвет с ассасином, с этим. Давай, Фаренера. Не, я говорю, что по логике вы должны меня кикать, потом Фаренера. По логике, да. Ну, по логике у нас может быть два мафа. А, победа на Джестере. О, нет. Поздравляю. Только не Джестер. Ну ладно, разноцвет закрыли, все-таки. Так тому и быть. Маугли якорь. Получается так. Все не выжившие без ролей совпадения, думаю. Что, все крюмейтики, что ли? Ну, блин. А меня за что тогда убили? Да нет, там точно этот Форейнер-инженер, например. Шкипер-хакер он. Шкипер это Вути. Точнее, не шкипер, а скипер, наверное, да? Скипает, потому что постоянно. А, не выжившие, все, понял. Наоборот, крюмейтов всех загасили. Кил. Ну все, сейчас посчитаются и... Кнопка. Я думаю, что его затерли. Угу. Нет, показал откуп. Ну, я видел трех человек. Где-то в коридоре валяется.
Я стоял на камерах. Камермен должен шкипера сказать. Последний раз увидел забегающего в админку. Вот типа я, Форенец, Андэш были реактор камеры, потому что меня в потому что мы с Андэшем только пришли с камер в хранилище, Форенец остался на камерах. Это привет, это тащи. Привет, Андэш. Спасибо неделю, большое за подписочку. Будем стараться. Я починил электрику, сразу побежал в админку. По камерам было видно. Ну, шкипер был где-то в админку. Блять, это прокатывает, серьезно еще. Ну, у меня остается только Форейнер. Фу, блин, это ПВО. ПВО, точнее, Форейнер, да, он с нами был с левой стороны. Я Вути вообще не видел, ни по камерах, ни так. Ну, конечно, интересно. Если как-то Форейнер там через винты еще как-то убил, то это ВП. Ну, ВП, ну, предлагаю скипнуть тогда, потому что... Есть шанс, пошел. Вроде немного. Все мои, как говорится. Скипнули, проверяй. Скипали. Скипнули, проверяй. Разобрались. Молодцы. Ну хоть на критике разменяли, а то у меня вообще... Вампир? Бомбануло бы знатно. На критике 100% меняли бы. Блин, чего-то страшно. Я обоих маф вижу просто как импост. А чё у нас это? Крюмейт и импост. Да, у нас крюмейт и импост. Я не знаю, у меня все роли нормальные. Давайте я создам, пока у меня вроде бы. Ладно, ребят, спасибо за игру. А я думаю, почему я пятую игру подряд кремейт обычный? Думаю, ну, фиг с ним. Просто не везет. Я, кстати, про скрин-постер был в этой игре. Да я не знаю, у меня все роли видны. Получается, я уже мало подключил. Вот Трикстер, Юник, этот Клинер. Да, я Трикстер был, ну... Я Клинера Кособом. Класс. У меня импостер писался, Юник. Я и был импостер, если честно. Я не понимаю, Маугли, что за инфа была у тебя? Я думал, ты Джестер. Какая? Ну, ты сказал, что вы были в движке, потом ты побежал наверх. А мы с тобой встретились под электрикой, и там же труп. Это как вообще? Так и было. А, класс. Ну, типа, я его не убивал. Ну, его ПВО убил. А вы не дожали, вы просто не спросили, откуда он пришел на связь. Мне кажется, это... Маугли они не дожали, они не ПВО. Не, ну это да. Так нет, а там же не вот этот разноцвет вот со скипом всех, кроме двоих, это, конечно, крепко. Не, так там вообще мощно было бы, если бы Маугли еще типа ПВО вывел бы и просто двух мафов бы убрал. Вот этот топ. Юник, ты не заметил, что это никогда не работает с Маугли? Здорово! Привет, Римус! О, нет! Привет! Не заметил. Плюс дед, здорово. Привет, Римус. Здорово, Римус. Какова с версия? 3.1.2. 3.1.2. Красный уже у кого-то есть. Поэтому... Прикольно, да? Хотя у кого? А, ну, не знаю, насколько это прикольно. А вообще у меня пишет ты хост. Это разные версии. У тебя 3.2.1, потому что. Да. Цифры такие же, но еще последовательность важна, Рим. Черт! Привет, Шаруба, помнишь, что тебе крюматиков в роль. Что это за хрень у них была на иконках голосования? Опять есть интерфейс переработали. Да. Привет, да, тут новая версия Zero. Последние цифры были, наоборот. Новый дизайн там где-то, быть, костюмчики. Это но с 3.1.2 или 3.2.1 все-таки? 3.1.2. Запутал. 3.1.2. 2.1.3. Там же также разархивировал и пошел играть, да? И пошел, да. Играть не знаю, но... Только Steam не забыть включить. Привет, привет, ребят. Ну я же как-то зашел сейчас. Всем, кто к нам подтягивается, играем. Значит, Саламонг. Кто его? Нашим публикам. Флэш тоже. Потом флэш еще тоже есть был. Идея сегодня немножко не покастить Кураху против Гунгвейзера. Там уже, по идее, должна идти заруба. Из серии BO3 или даже BO5. А ну-ка, кстати, сходим на сайт. Че там, деда ждем? Сейчас. Да, конечно. Деда ждем. Я пойду чайку налью, пока дед. Налей. Так, турнир. Я уже успел чайку заварить. Команда там на другой турик, но тем не менее на этом же сайте френч турнамент. Даже тебе оранжевый цвет оставили. Спасибо. Так, ценю. Френч турнамент. Хотя, может взять. Всегда хотел. Попробуй. Настало время что-то поменять. Это счастливый цвет. Попробуй поиграть с ним. Финал. А у тебя какой цвет, Маугли? Гранд финал было 5. И вот он, по идее, сейчас идет. Стартанул.
19 МСК. Ой, а здесь по-другому теперь, да? Да-да. Ну давай, шляпу надень. Это, кстати, счастливая шляпа. Так, и там 1.35, да? То есть это первая катка сейчас идет. Хорошо. Еще бы найти её. Окей. А стоп, тут, по-моему, еще кроме... ГАЗ будет? Будет, но не сегодня. Как-нибудь зарубимся. Нет, все правильно. Ну, ник должен быть сверху. Или шорты какие-то. О, вот. Теперь я настоящий Римус. Могли, а такой... Жаль, каста от тебя, пацан. Сам каст выжил с кем-то в паре. Сам это такой человый рафлокаст. Могли, кстати, за тебя я... Завтра чемпионат мира. Одну секунду, не стартую. 18 МСК. Конечно. Хорошо. Вот там, по идее, с Крисом будем. Правда, он мне ничего не ответил, но по идее... И всем хорошей игры, я не пожелаю. А я все равно отправлю. Хорошей игры. Ассасин так потерся у меня, может, щит мне дал. Видно. Ассасин, видно. Где ассасин? А где ассасин? Блин, так что сидит? Или ножками через низ ушел, я не заметил. О, блин, я горю! О, жопа горит! Ай! О, подушите мою жопу! Плюс, минус жопа. Вир 20. Не-а-а. Спасибо за подписочку за 2 месяца. Если зеленого затерли, то оранжевый и коричневый 2 мага. Зеленый нам не подскажет, честно. Проголосовал Римуза. Я мог. Оранжевый какой? И коричневый. С Римузом. А где они? А, в О2. Угу. Наговор. Кого ты там проголосовал? В Римуза? В Римуза. Блять, как же непривычно. А зачем вы костюмчиками поменялись? Чтобы запутать нас, да? Думали вы... Они оба мафлоны, блядь. Ну это, кстати, довольно забавно. Как же непривычно смотреть на себя со стороны. Сложный квест, согласен. Ну, изи. Ну, слушай, я реально прочитал ассасин этот. Медик. 100%. Только он так терся об меня. Соответственно, у нас ничья под щитом, вообще кайф. Но, правда, тут игра быстрее закончится. Жоша, квестики. Надо было на закачку вставлять. Чешу. А карточку я делал уже. Что такое? Да, ужас! Как же хорошо! Да меня бы все равно кикнули, да. Я просто да сук! Вы чё, прикалываетесь? 5 человек, не никто не нажал кнопку. Я на сниче бегаю квестики, делаю по кайфу, думаю, под щитом, да, там... А я бультуру кормлю. Давайте проиграем, ну флэш, понятно, я говорю, ну давайте. Правильно.
Вида стоит, что-то АФК. Да, в смысле АФК? Там саботаж был, Юник. Рейня солярит. Саботажа прошло, нажмите кто-нибудь кнопку. Саботажа бегал, че не... Как же Маугли так смог прочитать? Ядрите вы жесткие, конечно. Бультуру накормили. Маугли сейчас, честно, хотел меня убить, но не мог догнать. Ну я думал, потому что ладно, посмотри. Сука. Просто блять, двух мафов называешь в первом раунде, они ФКшат все. А мне только шерифа дают, а такой радуюсь, тут меня убивают по КД прям. Ну не по КД, там я ему задолго объяснял, что я клинер зарезать. Не, я понял, я просто разбирался в кнопках. Новая игра. Всем хорошей игры. Хорошей игры. И. Так, Вида. Саня, почему не группаешься с красными игроками? Ну, по-разному. Я чаще, ну, типа, в одиночку бегаю. Бывает, что и... Ну, вместе. Ну, прям тусоваться толпой мне не очень нравится. Ну, типа, такой геймплей неприкольный. Имху. Так, Юник, что там? Юник флеш, блин, а? Минус. А, это Вида, не флеш. Флеш падает. Файнер. Даша кикнула. Да, да. Ну, флеш только что на реакторе оставался. Он делал повторяшки, тварина был на верхнем... Движке я закрыт там в конце. Спасибо, что перебил меня, да. Да пожалуйста, обращайся, поленица. Да, да, всё. Да, поленица. Не потребуй. Я в хранилище, я один там. Вути вроде на закачке данных стоит в админке. Вути, да, стоит или кто? Да, да. Вида, а ты где? В админке. Вида в админке. Рядом с Вути, на закачке данных. Хорошо. Ладно, у меня два вопроса. Во-первых, кто-то видел по камере, как Вути выходил из админки в начале раунда или нет? Потому что я стоял под камерой и не видел, как Вути выходил из админки. Если что, а его там не было. Я видел Вути, который был в навигации. Я видел Вути, который забегал в метеоритку из столовой. Было дело. Я не видел Вути. Ладно, неважно, возможно. А почему тут Вути? Я поломался. Я говорю, я стоял под камерой, типа, когда свет выключался, и не видел, как Вути выходил из админки, хотя он там был. Давайте, может, про флеша поговорим? Давайте про флеша поговорим. То есть его видели в... Я видела Римуза и флеша на реакторе, ушла, стояли шарупы и кто-то еще на закачке. Маугли там был. Книстры. Да, с Маугли точно раньше. Ну я вот пробежал на верхний двигатель, тварина из реактора выбегал вместе с ассасином, по-моему, или с кем-то под ручку. О, Римус, ты ушел в флеш один был или что? Маугли, я с тобой стоял на заливе бензина. Да, а до бензина ты вместе с кем-то выбежал из реактора. Я не помню, кто это был, то ли... Но это не флеш. Короче, флеш оставался один. Я выбегал из реактора, флеш оставался на повторяшках, видел тварину на бензине, пошел до кнопки. Ассасин, я прошу прощения. Я только что в админку зашел. Видел тебя, как ты в столовке, что-то там под нижним столом бежал, с Вида бежал. А где Фрейнер? Я в хранилище, я там один, я на канистру пришел. Я практически сам первый пришел на реактор и сам первый ушел. Ну у нас может быть удаленщик, либо килл через винты от Фрейнера или Творы. Ну по столу винты бы видели, по идее. Винтов-то не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Блять, Рейнер, не вбивай. Да не вбивай, кажу! Сучара. Вбивця. Труп синего наконец-то. Я знаю, что ты сейчас подумаешь. Я вот прям подозреваю. Да. Конечно, знаешь, блядь, убил, да. Блядь, на глазах у Джестера. Я подумал, упал, что блядь. Ты скорее Джестер. Да, короче, он упал рядом со мной. Два Мафекса. Я просто тупо побегал туда-сюда. И все. Ну, конечно. И тут ты выбегаешь. Или... Это не то, что вы подумали. Да. Я последнее видела Чач, Маугли привет, вроде с Римусом за два уходили, и я ушла в реактор. What is name of this mod? Other roles? Нет. Он был в админке секунд 15 назад. Он только что вышел, он только что умер. Юнику секунды две. Это, скорее всего, шкипер и кого зарепортили? Юника? Нет, я Шарупу зарепортил. Юник только что вышел из админки секунды две назад. А в хранилище. Там сейчас в хранилище 5 человек. Я стою на столе. Вот вампира, да, умер, по идее, на голосование. Я не знаю, я вижу... Человек сейчас в хранилище. Я не знаю, я как бы, смотри... Здравствуйте. Блин. Ребят. А где да сейчас... У меня среди Форенец, Римуза и Виды два мафа. В первом раунде мог убить, типа... Римус Форенец на реакторе флеша. Ну, я там никак не подходил, вы... Да, да. На... Шарупа там еще был, на типа, реакторе оставался Римус со флешом, когда я убегала. Синкс, это шериф еще. Там был Форенец, еще Шарупа, Римус... Я самый первый ушел вообще давно. Их четверо. Нет. Я створены починил, и сразу самый первый оттуда выбежу. Ну, я Будь, ты откуда бежал, когда труп репортил? Я из электрики. Форейнер. Го Форейнером. Давай. Го в шкипера. Походу попали. Ну да. Где Розенрот, где Яр, золотой состов понес потери? Кто такой Яр, кстати? Кто? Туру-ру-ру-ру-ру-ру. А Юник-то Вультурой был, между прочим. Виду тоже подозревали, по идее, ассасин должен Виду... проверять. Ну, не должен прям, но может. Вот так вот, да? Красиво. Почему игра не закончилась? А, да? Чинил связь, ко мне забежал ассасин, который до этого был вроде как с Вути на админке. Подожди, он же Виду порезал, сейчас, да? Сейчас я выхожу из печенки связи, ассасин мертв. Скорее я всего... сейчас... Подожди. Я видел, или он не Виду? Он убежал со стороны коммуникации, а в админке никого не было. Вида, подожди, она бежала со столовой, и ассасин уже убежал вниз. Ну да, я видела, что Вути оттуда бежит, подумала, что там... Я ушел, починит. Не движок сейчас, а ассасин ушел раньше. Вида того, укусила, да? Почему-то меня проглючило, что ассасин ее проверил. Она его укусила. Но подозреваю, что вампир... А, укусила. Она его убила просто, да? Убила в чесноке. А я почему-то подумал, что ассасин, блядь, проглючило, короче. И поэтому игра-то не закончилась. У меня давно сделано уже все. Вида в чесноке, да. Кто сейчас меня будет? Кто сейчас смеялся? Кто? Что за Вульчур?
Гринч, а ты чё? Ну басик чешу. Давно не играл. Вульчур, короче, нейтральная роль. Задача съесть три трупа, и тогда ты побеждаешь. Вути артист, да, шоумен. Ебанумба. Получается так. Вида, получается, хорошо сыграла. Хороший килл. Может побороться. Вампайр. А в идеале тут убить было бы, да? Одного закрыть двери, потом попробовать укусить. И типа изикатка, да? То есть скилл ручками, потом укус. И ГВП. Квестики уже почти все. Проголосовал видео. Джестер на столе. Проголосовала в шкипера. Е-е-е! Блин. Простите. Вути, Вути. Но ты все равно не выиграешь. Блин, я думал, она в меня проголосует. Вида все прочитала. Е-е-е! Оно басика. Изи по квестикам. Квесты дадим. Римус, квесты дадим. Блин, а я хотел в Римуза провериться на шерифе. Блин, да, я там сабатаж не хорошо, что он не зашел нажать в админку. Так, а ты убежал. Если б ты зашел в админку, я бы тебя влезел. Я почувствовал неладное. Да, Вида хорошо сыграла. Чуть-чуть времени не хватило. Коричневый, пожалуйста. А, блять. Коричневый не мой. Мне понравилось, как Вида ассасина убила. Это было хорошо. Ассасина. Я не помню. Хорошо, связи. Установлен у басик. Там вообще-то видно, как она забегала. Он просто не смотрит на течение. В связи был. Вида горячая штучка, ничего себе. Там есть вижен. Так, на лайтерке катаем. Да что за бред? А что такое? А что? Что? Что за бред, чат? А, нет. А, отменить. А. Кто тут? Вида. Горячая штучка, да, говорят? Юник, куча всех. Все же там пруфы пошли просить. Вида, кстати, если что, стримит. Не знаю, как сейчас. Ну вообще. В админке, так что подписывайтесь обязательно. Только что забежал Вути на стримы. И репорчу Форейнера. Выбежал Юник. Дэш, это байту поймал. Ты сейчас не в админке. В админке я, и, короче, я вижу, как кровь разлетается во все стороны, а ты уже правильно стоишь. Нет, я в админке. Только что Юник выбежал. Готов разменяться сейчас он даже. Ладно, я не в админке. Я боюсь, что шкипер Джестер, что опять, что ли? Нет, не Джестер. Я просто вижу прям при мне труп, как бы я мимо прохожу, разлетается там на клочья. А ты репортишь, не находясь в админке. Я ему верю. Я тоже верю, кстати. Я только что с Юником был в админке. Юник выбежал, Вути падает Форейнер, Вути забегает. Ну, Вендеша голосует сразу. Я убежал давно на метеорит, я не знаю, что за инфа. Короче, я бы сказал, что это этот, Варлок от меня, но репортит Андэш, и он не в админке. Верю, будь у него 30. Еще в админке есть? Я в админке. Бля, ну это жестко, если 30 уровень надо верить. Да, у него 30 уровень, он играет больше всех. Ну ладно, тогда я проголосую себя, верю ему. Ребят, мне кажется, он самый опасный, нам надо разменять. Разменяйте. Случай, какой-то надеждой сказал. Да не, ну... Я бы на вашем месте его не менял, потому что я боюсь, что он Джестер. Конечно, Джестер. Пойдем с горячей штучкой. Да не с тобой, Римус.
Ну ладно, пошли с Юником и Римузом. Так уж и быть. Как хотите, я скипну. Up to you. В себя? Ты не Маугли, у тебя не прокатит. Ну и хорошо, что не прокатил. А я говорил вам скипайте, он джестер, да. А я скипнул. Я скипнул тоже. Мы только с Римузом, получается, умеем в эту игру играть. Это реально. Это 30 уровень, что вы хотите? Он просто разъезжает. Блядь, как же Вути бахает жестко. Красава, красава. Просто без шансов. Вот видно, человек играет. А вот вы что думали, просто так 30 уровень не дают? Ой, ну басики. Так, а что там в героях? Может, уроки финалочки? Какие-то давай по Амонгу? Можно гайд, пожалуйста? Это только, это скилл, это лак-тест просто и все. Тут скиллом, скиллом тут не пахнет. А я в байта реально попал, проклял Мути. Да, да, убегаешь, короче, он разлетается в клочья просто. Блин, жестко. Всем хорошей игры. Всем хорошей игры. Да дайте мафла уже, разочек. Вы, блядь, ваша роль крюмейт. Вы, блядь, крюмейт. Всё, блядь, играем. Да ебёшь. Так, мы с НДшем тут тусуемся. Сладкая парочка Маугли Зумир. Так, Римус, Ассасин, Скипер, Маугли, Форейнер. Флеша на щитах. Только что огромная толпа была в электрике. Я побежал на правую часть и нашел труп. А кто со сохранилки бежал только что? Ну я бежал, и Форнер бежал. Форнер. Смотри, смотри. Миф. Дайте я дам инфу подминки, ребят. Давай. Я не бежал. Смотрите, два человека бежало с хранилки на электрику. Это белый и желтый, если не ошибаюсь. Да. Черный появился в щитах где-то секунд 5 назад, 6. И к нему сейчас забежал зеленый. Да, это правда. Самореп? Ну, если подозреваю, что... Вампир. Да, что это вампир. Если потому что черный бежал вроде как с хранилки. Я бежал как раз до этого из щитов, и там не было никого. Я подозреваю, мне попал байтера. Мне навстречу. Отличная информация. Либо саморип, либо белый и желтый. Ну, Форейнер скипер, либо НДш саморипят. Да. Если Форейнер скипер, то удаленщик, правильно? Вот я бежал с канистры. Мы пришли с Вути на электрику, там НДш стоял. Ребят, это скорее всего не саморип, потому что человек уже был на щитах 5-6 секунд. То есть щиты делаются гораздо быстрее. Я думаю, что он просто бежал и сдох. Юник тогда второй. Смотри, скорее всего, белый и желтый, когда бежали через... Там было три человека, белый, желтый и черный. В хранилке, когда они бежали на кислород. Подозреваю, что между ними вампир. Значит, это шкипер, потому что я на канистре стоял, когда он справа бежал. Ты не стоял на канистре. Инфа, что он зарепортил сразу, как только падал труп. То есть там труп недавно лежит. Если Юник его кроет, тогда Юник второй. Интересный, а откуда черный вообще инфа? Пришел? Ты думаешь, типа НДш Юник, что ли, да? Ну, он точно попал в файтера, я считаю. Либо... Это отличная информация. Готов труп не лежит там долго, это 100%. В такой ситуации готов на размен с ассасином. Надеюсь, он не джестер в этот раз. А почему ты по столу ассасин? Откуда эта информация вообще? Нет, он не по столу, на столе я. Ассасин бросил. Ну, не знаю, мне кажется, что Юник мирный все-таки. Но в теории нужно держать в голове пару, возможно, Дэш Юник. Вопрос, откуда вообще это придумал и взял ассасин?
Маугли убежал. Маугли побежал, Форейнер. Дэш. Он об меня развалился. Не бывает, что ж. Под тобой умер или что? Об меня. А сколько ты ждал, Римус? Подожди. Ты же не ждал нисколько. Нет, я точно подождал. Сколько? Сейчас. Полсекунды. Сейчас. Нет, Римус, ты не ждал. Я ждал. Мысли... Нет. Я ждал. Эх, Римус, ладно, Римус. Ребята, это очень интересно. Я рядом. У нас либо вампир... Он... Где ж Кипер? Аж Кипер вроде где-то в столовке был. Я сейчас... Нет, я пробежал в столовку. Я сейчас между навигацией и щитами. Форейнер бежал как раз с той стороны. То есть мы с ним пересеклись где-то возле меда, вот там вот. Я же ждал, чат. Это новая тема. Ну нет, побольше. Ну, для меня по первому раунду по-прежнему вампир. Не остается лучше. Все, это вот. Ну смотри, Риму должен был подождать, если он говорит, что об него разбился человек. Я ждал. Нет, ты должен был хотя бы 3 секунды. Я же ждал. Я рядом с Римусом, мы с ним в электрике бегаем. Я подождал. Это не души его. Вида, это вампир. Да правильно, души его. Че он? Вида, вампир. Ребят, есть предложение? У нас, смотрите, по первому раунду, во-первых, Фрейнера убили. Ну, скипера надо. Либо Вути вампир, либо Эндэш саморек. Вути вампир, если верна инфа от Хьюника, Эндэш саморек, если верна инфа... Возьмите на карандаш пока. Если Эндэш саморек, то ему в пару Юник идет. Да-да-да, можем разменяться просто. Допустим, меня на Вути. Не, я бы предложил в Вути саморек. Боже. Да, я готов на размен, окей. Давайте все меняться, получается. Нет. Не хочешь? Не. Блин, у меня вопрос, откуда ассасин вот так уверен, да, что типа... Усюк. Так, тихо. Там что-то горячая штучка. Буянит. А, типа он вультура. Ну, кстати, да, это логично, и это палевно так-то. Трикстер. Хоп, трикстерок. Голосуйся, чтобы не параноили. Вида, ты джестер? Починили же мы с тобой реактор, Кипра. Да, чего там так долго делали, вы что? Вида стоял на пятнашках и не чинил, а потом бегал вокруг меня, тоже не чинил. Вида джестер. Она занята была. Неправда. Да в кого надо голосовать? В Эндэша. И легко. Я так хотел. Я думаю, причем, что скорее даже Эндэш махает второй юник. Ну, типа, да. Ассасин тогда на вультуре это вбрасывает. Это единственный вариант. Ну, типа... Либо на трекере. У трекера же тоже есть. Трекер. Ну, трекер, мне кажется, менее вероятен, потому что... Ну, а откуда он прям знал, что, типа, у него... Когда на трекере убивает твоего... трекуемого чела, у тебя пропадает, что ли, ну, стрелка. Откуда он знал, что, типа, сразу реп произошел? Я вот не очень понимаю, да.
Кикинг, что ли, второй? Надо просто кикнуть его или что? О, неплохо. Что такое? Меня помазало, убить не получилось. Вультура. Ассасина, по какой инфе ты топил меня? Ну, что произошло сейчас? Он на вультуре понял, что типа... Нет, я не убивал, я пришел, там труп лежал. Юник. А как значит, я слепой. Ну, ты прокнул меня, я пробежал мимо тебя. А, я же не могу руками убить, точно, сори, я уже все, меня уже поплавило. Ну, так. Юник, а ты меня в самом начале помазал, да? На царстве, на царстве. Помазал, покрестил. Я сидел на вультуре, как появляется труп, моментальный репорт. Ассасин, труп лежал уже на щитах. Ассасин бросил какую-то херню, да, потому что я убил руками флеша. Прошло секунд 6-7. Штанишки поменяй. Не, Юник, там не прошло секунд. Неудобно. Я поднялся навигацией, флеш. Юник, там ты, короче, выбегаешь из щитов, за тобой сразу забегает НДС. Левой рукой неудобно грести. Нет, костюмные. Флэш, я добежал до навигации. Что ты мне скажешь? Это 2-3 секунды. Спроси про новый скилл трекера, а что даже за новый скилл? Юник, а что, варлок не может руками убивать? Может. А что говорят, какой-то новый скилл у этого, у трекера? У трекера есть возможность, ты включаешь... Короче, ты видишь трупы в течение 5 секунд. Да. А, наконец-то обоссанный класс подняли. Ну это раз в 40 секунд. Понял, спасибо. То есть у тебя просто стрелки на все трупы. Крюмейт в башке. Давно не было. Ух, что-то заебался на мафах катать. Наконец-то крюмейт. Рейнер, Юник, Римус, Надя, Чеснок, Батя. Покушай. Уважаю игру Садина, Крюмейте очень редко на нем играет. Плюс. Кто там? Зумер. В вепанах чел, да, лежит, наверное. Или чё? Дэш на метеоритах лежит достаточно давно. Двое было в столовке относительно недавно. Наверное, кто-то из них сделал этот килл. Куда Форейнер бежал, в ту сторону? Форейнец бежал туда. Стоял все на камерах, тобой... флеш... Юником ушли вниз. Форейнс, все, ты закончил? Ты говори, говори. Ладно, короче, Форейнс сейчас встретил в столовой, когда был саботаж реактора, и по пути ему побежали чинить его. И Форейнс, он бежал как раз оттуда, да? Да, да, с метеорита. Сооружайте, да. Флэш с Вути ушли вниз, типа, с навигации. Да, они изначально... Да, они изначально справа были флэш и шкипер. Подожди, я через оружейку прошел, там никого не было. Ну, конечно, не было. Ну, кусок. Естественно, не было. Опять же, смотри, я видел Римуза, который был в столовке. Римуз подтвердит, что я стоял на столе. А мы с Римузом встали, ну, встретились в столовке. Слышь, ну, Римуз с админки по вышел. По столу он на метеоритах как давно. Раз да, да, Туарена скачал Wi-Fi, я вышел из админки, встретил тебя в столовую, мы побежали вместе налево, труп метеоритки, ты очень подозреваемый. Ассасин, стрелка на вультуре не загоралась. Нет, стрелка на камере горела. Кстати, когда она не пойдет? Загорается, когда она загорается, это значит, что это не попадает. Ну, если не ты, мы найдем кого-нибудь еще. Спасибо. Окей. Ну, блядь. Спасибо. Ну, блядь, получается. Почти проскочил.
А, да... Подумал, меня уж убили. Я забежал в админку, подбежал типа к столу, и от меня упал Римус. На скачке стоял ассасин, я побегал возле... Сраный квест. 3-4 секунды, ассасин как раз сошел со скачки. Как вы этих, да? Ассасин? Ассасин. А чё, при чём тут 3-4 секунды? Нет, я просто я говорю за то, что типа рядом со мной стоял ассасин, что он этот килл сделать не мог. Скорее всего, это килл Варлока. Потому что я так понимаю, а что Римус стоял. А с кем ты пересекался, Хорошо? Карандаш чистый. А, Маугли, Вида, Карандаш появился, Шкипер, да, когда Маугли... Маугли, да, эту фразу. Не помню. Ну, типа, на карандаш. С Чарупой тоже точно не помню, пересекался или нет. Типа, взять на карандаш, знаете, ассасин, такую фразу? Скажешь, ты видел? Вот. Короче, она как-то начала фигурировать во время игры в Among. Ну ты, Флэш сказал, Флэш сказал, ты отошел с закачки. Ну типа, есть вот... Ну через 4 секунды, я думаю, что видел, что там произошло. Карандаш. Ну ты видел, что он бегал? Я не видела, что он... Ну не бутафорский, как сказать, сувенирный. Я его типа забрал себе как реквизит. Теперь сажаем на карандаш. Да, я видел, как ассасин отошел с закачки где-то секунды 2 назад. Видел, когда этого Вида выбегала из админки. Честно говоря, выбегала, может быть, забегала в админку. Маугли, я сейчас забегаю в админку. Я видел, как ты выбегала. Она из навигации выбегала. Не, я когда забегал, Вида не было в админке. Только ассасин и Римус. Я шла через них и зашла в админку. Ушли за другом карандаше. Мафы сидят регулярно, кстати. Возможно. В смысле, с сувенирными нельзя писать? Да не, можно. А что, что-нибудь килл ты видел, кроме... Ну, не знаю. Показать. Ладно, проехали. Пишет, должен видит. Писать. Меня никто не видит, я один в электро пошел. Ну, видите, ничего получается, нет. Получается, голосуем в Шкипера. Что? Проголосовал в Шкипера. А. Я пошутил вообще-то. А кто? Кто седьмой не голосует? Да это я тут сижу с карандашом играюсь, извините. Кого посадил? Видите, сердечко. Корявенько, конечно, но... Кого надо, того и посадил. Все нормально так. Так, ладно, го играть. Даем. Падает еще постоянно. Все, поехало. Опа, коробчонка. Нет. Бля, кто это там был? Фиолетовый. Розовый. Да нет, блядь, везде коробки, сука. Ай, что-то страшно. Коробки, свет. Вот это все. С коробки кто-то выпрыгнул. Юник, ты не видел, кто? Где? Из нижней, вот куда ты бежал, Юник. Это не Юник, он мне навстречу бежал, а Тварина? Она шлепнула. Вот мне казалось, что Тварина выпрыгнул. Нет, синий. Не Тварина. Ну, мы давно с ним пересеклись. Тварина чинил саботаж связи. После этого я выбежал, включился трикстерский свет. Кто с кем-то пересекся на связи, а также розовый или фиолетовый, я пересекался. Понял. Это ты был, Юник, да? Ну, типа, из навигации выбегал, из навигации. Да-да-да-да-да. Вот. И в конце, ну, собственно, пробежал. Вида. Через метеоритную кнопку. Ну я видела синий выпрыгивал из коробки. Просто я сейчас бежал, видел обе коробки, там они не хлопали, по-моему. Ну, они не хлопали. Я бежала от него, так понимаешь, я увидела, что она нижняя хлопнула, и я бежала от нее. Я вышел со связи, там не было коробки. Ладно, ребята, знаете еще какой прикол? У нас типа удаленный килл и трикстер. То есть у нас два мафа. Ну, либо два мафа. Либо флеш врет. Либо флеш врет, мне больше это кажется. А где сейчас флеш, кстати? Где флеш сейчас? Я сейчас в электро. Я, мы слева с тобой на верхнем движке разминулись, я сделал нижний движок, калибровку и побежал в электро. Нет, да. Возможно, я типа не добежал еще до коробки, которая нижняя в вижене, потому что в моем вижене она вроде как не хлопала. Слева я могу сказать, что коробок нету. Они все три справа. Да. Одна оружейка, одна в коридоре навигации и одна на связи. А что, нас убили кого-то? Я не поняла просто. Нет, вообще-то в админке коробка. А, в админке, сори. В админке на входе в связь, да. Из этого, из
с хранилища. И рядом с метеоритами. Я бы подождал, чтобы подтвердился удаленный килл. Если его нет, то... Я если что, в электрике по админке не помню человека. Возможно, я невнимательно смотрел. Все, херово рисует. Ну, типа, плотный картон. Но если совсем уверен, что это флэш, то значит надо кикать. Да и карандаш тоже. Я уверен, что Форенец убил первый. Почему такой маленький карандаш? Ну, надо побольше нарулить. Пока мафам хватает и такого. Крутой карандаш. С оглы. Так, я вернулся. Да! Виктори! Сильно. Ты, наверное, меня видела. Пока что уже карандашик. Так, тихо. Да, карандашик. Мне казалось, что... Нет, коробочка. Держите себя в руках, ребят. Даже не старался. Ку Пуковский, здоровый. Долго мафа будет сходить, пиздец. Еще раз, что говоришь? Коробка. Как тебе мое творчество у тебя в чате? А там Луи тебя быстрее забанил, чем я успел посмотреть. Эх, а ты посмотри. Там сложно это не заметить. Ладно. Ты, кстати, можешь посмотреть, наверное. Ну покажи, Плакас. Маугли, у тебя нет такого, что когда хорошо ты видишь свой скин, что тебе немножко не по себе? Руки на стол, сад. А, да? Хорошей игры. Хорошей игры. Крюмейтик, чё? Давайте крюмейтик, блядь. Да ну не, инженера дали, пукчам. Все. Жестко. Мафов сегодня ноль было, кстати. Так, Римус. Форейнер. Вида. Бежал флеш. Так вы нормально сидели же. Проголосовал. Так, Маугли сразу не пошел в электрику, подозреваю, Маугли. Он справа сгенерился. Или где? Он справа сгенерился. Он все равно бежит направо всегда. Маугли NPC, я помню. Маугли на камерах был, да. Ассасин, он не зашел, его призвали. Нормально, кстати, проскочили. Бля, опять этот квест ебучий. А чё, я не прыгну, да, так? Ля-ля-ля-ля-ля. Снова Трикстер. Я вернулся. Блять, страшно, кто там бегает. Да! Блять. Никогда это не сделаю.
Я сделал. НДш. Камеры горят. Тут Римус, флеш, форейнер. Скипер. Я сделал. Юник, Маугли, ассасин, коробочки. Юник, дефет, Маугли. Ну сколько можно? Возле нижнего двигателя труп. Вид затерли. Кто-то бежал. Римус. Да, Римус. Зашел в электричку. Там. Короче, для меня два мафа — это ассасин и будь. Плюс чувствую, что это байк. Почему? Ну потому что я обладаю не чувствую. Я наоборот вижу с мафом Римуса, а не ассасина, потому что Римус вместе с Форенницем из реактора вдвоем убегали, причем это было секунд 10 назад. Ну, если Форенниц труп, за мной если не побежал. Если труп на нижнем движке Форенница, там нечего было так долго делать. Ну, кроме квестов. Да, там, ну, типа, нету столько квестов, в принципе, на нижнем движке, чтобы так долго там стоять. Ну, я не знаю, он за мной дальше не побежал, ассасин видел меня. Для меня два мафа ассасина и Вути, и один из них клинер. То есть, да, мы поняли. Мы поняли, спасибо. Второй, а доводы-то какие-то, да, будут? Что они... Ну хорошо, смотрите, я был на админке с Юником, это было где-то секунд 30 назад. И было три человека в камерах, двое человека в реакторе. И Юник был, ну, побежал на скат и был там с кем-то закрыт. После этого ассасин бежал, прибежал справа. Я так полагаю, это что было, до этого, до этого ассасины Вути были со мной в электрике, и Вида тоже где-то там терлась. Юник, наверное, хакер, да, это цвета видел. Я где-то там затерли. И, типа, а коробки, ассасины Вути пытались затереть меня, но у одного из них, видимо, КД был или что-то такое. Ну, короче. Не знаю, я не пытался. Или они не разобрались, или что. А потом, когда я, когда был трикстерский свет, они по мафижу спали. Римус. Я знаю одно, что там одна коробка стоит в этом. Вот в щитах я бы никогда бы ее так не поставил. Проголосовал ассасин. А я скипну. Кик. Маугли, скорее. Ой, Маугли, Римус, скорее всего, джестер. Римус всегда джестер. Точно. Римус, который Маугли, или Маугли, который Римус? Да, я тоже, я сломался. Да, оба. Да, он. Дверь не закрывается. Квесты только в столовке. What? Юник. Убрал конкуренты. Короче, я, значит, был в метеоритах с Юником, Твариной и Эндэшем. Забегаю в админку и вижу, там бегает Римус, корчится от боли. Вот именно видно, что это предсмертная агония, и после этого падает рядом со мной и умирает. И, в общем, я над ним постоял, ну, как бы отдал дань 3 секунды. Ну, короче, я забегаю сейчас в админку, Маугли танцует на трупе, нажимает рев. Это при той, короче, истории, что у нас клинер и трикстер. Ну, да, возможно, он не клинер. Возможно, кто-то из них культура там была. Ну, есть вероятность, конечно, что он не корчился от этих мук, укуса, а просто у него было желание кого-то зарезать. Своего. Так а что он тогда в ути не зарезал? Я не знаю, я не маг. Ну, ладно. Проголосовал. Верю в ути, да. КД только-только закончился. Блин, в прошлый раз, когда вы не захотели выкинуть двух мафов по моей инфе, мы проиграли в ультуре, напоминаю. Ладно. В этот раз инфа не сходится. Блин, пара... Параную в пару Юник Маули. Но сейчас доверюсь. Сейчас можем нажать кнопку кикнуть Юника. Я просто вопрос в ути.
стоять 10 секунд возле Юника, я тебе 30 раз показал, что я пидор, и ты просто стоишь возле него. Потом я бегаю вокруг Юника, и он просто уходит, блядь. Ну в чем прикол? Они двери передо мной закрывали, они бегали за мной. Ну что это? Да пиздец, с этим Бути, блядь, лучше не играть на Кейнире. Я не знаю, а какая разница? Ну, бегаю и бегаю. Что ты не знаешь? Какая разница? Маугли, как же меня заботил этот ебучий плащ белый, который сейчас зашел в админку. Вот я первое, что увидел белый цвет, такой, на! Такой. Так это твой плащ, чел. Да, чел. Морф, получается. Да, подумал, что морф, наверное. Я думал, ты корчился в адских муках. Нет. Нормальные муки были. Ты на лайтере, да, видел, Юник, что затерли? Я на лайтере... Нет, я не видел, как затерли. Я просто видел, помню, как в упор бегаю возле него. Они бегают вокруг меня, ассасин бегает вот так вот, туда-сюда, короче. После этого я, короче, на лайтере стою... Да Юник не хочет убивать, блядь, 15 секунд. Я, короче, стою, я стою на хранилке на лайтере, нажимаю лайт во время света, смотрю, ассасин с Вуди в коридоре такие с пиками точеными уже стоят. Да я офигею, я не знаю, чего тебе еще нужно показывать, чтобы он делал 15 секунд после тебя стоит. Короче, коробки, просто, да? Какие коробки? Так, поехали, next. О, бля, сейчас будет гайд на медиуме, ребят. Клипуйте. Чего-то я предвкушаю уже, да? Маугли, это Римус. А вот и Маугли. Тут Форейнес, тут Ассасин. Так, ну что, я вернулся. Ну, раз на раз. Автомат. Да, с первого раза не надо. Четко. Блять. Блять, плохо, что там отбегал, что села трупа. НДш это был. Да. Какой НДш? Нет, НДш на админке находится. А чё вот это вот такое? Нет, не на админке. А, в смысле, он же бежит там сейчас. Л и Д, это что такое? Дэвид со мной пересекся. НДш на админке. О, боже мой! Я видел зеленый цвет, я видел то, что видел. Морф тогда. Я видел, как НДш один забегает в админку, там был Маугли, НДш, короче, еще кто-то. И сейчас только что НДш возле камеры убивает. Лайки Дарк. Хм. А труп под камерами, да? Ну, на перекрестке камер. А, ну вот НДш же там. Это Морф. Окей. Давайте посчитаемся. Только где выглядит. Бути, где Форейнер? Ну, уже 5 человек посчиталось. Я сейчас из столовой ушел ниже метеоритов. Ниже метеорита. По идее, камеры работали, должны были меня видеть. Я в электрике. Я видел, как Вути уходил в столовку. Да, я в электрику забежал, когда Дэш с Юником выходили оттуда, и там остался. Еще Римус потом ко мне подбегал. Я понял, про цвета, ребят, Light and Dark. Я забегаю с нижнего двигателя наверх, вижу, как Форейнер репортит труп, видел, как зеленый бежит мне навстречу. Видел Форейнса в электрике. А по камерам видели Римуса? Там же нет камер. Нет. Ну, Римус еще не добежал, но он был в тех краях. А ты, Маугли, где? Я там. Он в админке. В админке. А все посчитались или кого-то забыли? Да, вроде да. Все посчитались. Флэш где? Кто-нибудь видит флэша? Я из админки только что выбежал, перечек со СНДшем и Маугли. Да, да, это правда. То есть у нас получается либо Форейнер, либо Шкипер. Римус? А Виду посчитали? Нет, это точно не Вути. Вида где? Я никак не получаюсь, Римус же меня видел в электрике. Это, может быть, Вида, знаешь, Вида, ты где? Вышел. Где Вида? Вида. Виду. Ну, Вида... Тогда Вида же... остается. Вида. Меня под камерами Вида должны были видеть, разве нет? Я Вида. Покажу. Короче, Вида либо Римус. Ой, понятно, разобрался. Ну, получается, да.
О, блядь, я горю! О, жопа горит! О, подушите мою жопу! Майти му. Так, и что сделать тут надо? Сейчас будет гайд. Спасибо большое за подписочку. Все. У меня на голосование пропишется или что, вот сейчас? Слушай, походу, знаешь, как было? Можно я скажу? Нет, нельзя вида говорить. Ну, Вутимав. Ага, ничего, что меня сейчас проверил с расширением? Ну, не знаю, короче, два трупа в Вути. Тут нет, смотри, как это было. Я бегу, с ним равняюсь, он падает. После этого в меня флеш на шерифе влетает. Ну, типа, да, ничего нам это не дает, наверное, фан. Разве не, ну по-другому, по-другому тут и не могло быть, потому что в меня влетел флэш. А НДшник, он труп увидел. Но он увидел, но он не в тебя влетел, а в меня. Я поясняю человеку, почему в шкипера влетел флэш. Короче, мне кажется, Вида убила, флэш растерялся, врезался в Вути. Нет, в Вути, я понял, я что 10 секунд как зарепортили, я сам репортил. Ну я видел, что нет, там как было, он вот со мной равняется и падает. В это время выбегает Вида флэш, Вида пробегает через меня, а флэш где труп меня сейчас? Влетает. Вот так. А где убийство произошло вообще? Под электрикой. Под электрикой. Подожди, а там же еще Маугли бегал, нет? Нет, там флэш починил свет. Не было там Маугли, не было Маугли. Кто чинил свет вместе с флешом? Кто-то чинил и удрал оттуда. Я просто смотри, если это Варлок и пересекался Римузом в медиа, пересекался, вряд ли это было, наверное, КД еще не откатился. Пересекался на метеоритах с Ассасином и с Форейнером. Да, КД только-только откатился. Там мог со мной пересекаться. Я стоял сверху специально, чтобы ко мне никто не подходил. Я подбежал и кружочек там дал. Там Лукер был на перекрестке. Все понятно с тобой. Ну вообще да, шкипер, наверное, мирный. Я вот подумала получше. Что ты говоришь, Лимус, кто был на перекрестке камеры реактора или что ты сказал? Я тебя видел там, да, синенького. Я не знаю, может быть, конечно, это и видел. Но типа он прям бухнул и бахнулся. Лимус, а ты точно видел Форенеца в электричке в том раунде? Мне кажется, Форенец мог. Да, я видел его, точно. Типа Вида. Блин, что-то много. Мог. 100% видел, я тут мог и пришел. Мог виду. Ну, наверное, не стоит. Вечер, Шаруба, привет. Блядь, не знаю, что-то я Римуса подозреваю. Но, с другой стороны, Римус, он бы... Он сказал, что видел НДша, и это подтвердили по камерам. То есть, вероятно, это все-таки Вида. Она единственная не посчиталась. Того же трупа, да, спрашивать, или у другого лучше? О, блядь, я горю! Да. О, жопа горит! И Форенец, да. О, подушите мою жопу! И Маф еще выиграет. Металхед, спасибо за 23 месяца, добро пожаловать. Ну, такой сегайд на медиума получился вновь. Вида жмет кнопку, заебись. Черт. Почему черт? А Вида жест. Хотела сказать, что Маугли мав. Он стоял на камерах, камеры не горели. Я думала, он может на Варлоке кого-то подрезал. Неловко вышло. Ладно, у меня нет инфу. Я видела Маугли на камерах. Где шкипер? Я с Римузом вместе починил верхнюю 2 и зашли сейчас к кнопке в столовую. Видим Виду, которая нажимала кнопку.
Рейнер не... Откуда ты пришел? Сиди, скипер же горит. Откуда ты бутик пришел? Блять, бутик горели, что подминки. Я говорю, починил верхний О2. Нет, откуда ты пришел? Так тупо. Камер низом. Камер низ. Я когда с Маугли постоял на камерах, я сразу оттуда отбежал, побежал через верх, через мет. Сейчас там до сих пор двое. Нет, Вути точно мирный. Правда, ложь. Вути, Форенец, Мав, он скорее всего еще морг. Нет, если ему нет. Короче, Форенец точно Мав. Даркер, мы с Римусом были в отминке, он был в оружейке, то есть, грубо говоря, он починил нижний кислород, побежал на верхний, Римус точно. Форенец по прошлому раунду. Рима была вместе со мной, сейчас на камерах. А, так он, получается, сам себя убил. Шкипера, тогда Форенец. Смотри, где труп вообще? Хоть один, на где? Камерах? Какая один хуйня, это ваш медиум, блядь. Я стоял на админке, я не знаю, для меня, не знаю, вида скорее Мав, чем пары. Окей, Вути решил перебивать, Вути второй. Давай вида тащи, хорош. О, понятно. Да, вида Мав. Грац, вида, грац. Все понятно. Вути повезло, у меня в последнюю секунду соскочил таргет на виду. Одну минутку. Блин, да ладно. Красиво, красиво. А почему тогда Флэш же проверился Вути, нет? Я собирался убивать Вути, у меня в последнюю секунду соскочил таргет на тебя, и я проверился в тебя. Блин, для меня Вути... За что Вути? То его же окраснел ассасин. У нас какой типа прикол? Я выбегаю прямо за Видой, у нас лежит труп, и от него убегает Вути. Ну да. И он на нем не топчется, он от него явно убегает. А по убийству Юника, там Вути видели где? В столовой, в этой, в админке? По убийству Юника ассасин полностью коснил Вути, он сказал, что он в столовку убежал. Красивая игра была. Ну, вот здесь ошиблись, получается. Видос победой заслужил. Короче, быть минимумом в игре я тоже реально вам полезный инфу. Плюс. Ну, ты просто сказал так голосом Вида, я думал, ты сейчас скипнешь. Надо было. Ну, кстати, да, Мафа надо было скипать, я просто даблкил сделать. Да. Даже не дабл, там одного килла достаточно было, правильно? Ну, то есть Вути ошибся под конец. Го-го-го. И го-го. Хорошая игра. Хорошей игры всем. Ну дай Мафа разок. Спасибо. О. Ну это что-то, на самом-то деле. Чё, от кого режем? Кто-то пробежал. Флэш. Камерах ассасин форенец эндэш скипер эндэш Тестера закил деда. Лили опять вот заказы. Короче, когда он довольно долго не репортил, он упал на варлоке на 1, 2, 3. А может это быть не варлок, а вампир? Вряд ли. А кто-то видит тебя, Вути? Я вижу. Кто-то там был. Отбежал. Я его вижу, он бегает по трупам. Я с камер подошел, как бы, то есть на камерах была толпа, я стал на 1, 2, 3, параллельно. Я подозреваю не варлока, а вампира, и вампиром подозреваю этого рынка. О! Смелое заявление. Наверное, нужно уточнить, с кем ты пересекался. Во-первых, примерно в это время Тварына пересекался, ну, примерно секунд 7 назад я видел, как Тварына пересекался с Форенцем. Во-вторых, Тварына в начале раунда делает канистру в верхнем движке. А ты не сдаешься, парень. И что? То есть обычно так Тварына не играет, да? Нет, обычно это просто физически невозможно. Чего, блядь? Не душите человека по кустам. Он медленный. Подожди. Типа сначала нет, надо набрать канистру. В самом начале раунда надо сначала набрать канистру, потом прибежать в верхний движок, да? А не бежать сразу в верхний движок и заправлять там канистру. Охуенная информация от флеша. Ну, а я, по-твоему, не набрал канистру и такой тупой побежал. Как я прибежал на верхний движок? Без понятия. Но ты при этом рассказываешь, что я не набирал канистру, чел. Я в этом уверен. Проголосовал флеша.
Тихо. Ну, давай почитаемся. Просто раз он уверен, он дает ложную информацию. Как хранилище? Юник навигация, я правильно понимаю? Да. И Виапан кто-то был еще. Вида никак не могла участвовать в этом киле, если что. Ну, я на админке там почистил. Если что, мне Флэш все-таки мафы пытаются меня вбросить. Можно его проверить Флэш, даже по этой инфе. Ассасин, Бути, Форрейнер? Не уверен. Не уверен, значит, Форрейнер. Скипнем просто и все. Скипайте его Флэша. Форрейнер не маф, скорее всего. Ребят, я мирно, я прибежал ножками, залил канистру. С Форрейнером я он пересекался, делал квест. Он может быть не мафом, а нейтралом, но он не мирный. Блять, ты несешь, чел. Ну давай. Давай, блять, нейтрал, нахуй. Давай. Так, флеша тут нету, да? О, блядь, я горю! Лима, спасибо большое за 32. Жопа горит! О, подушите мою жопу! Труп, короче, на камерах под ассасином упал 2 секунды назад. Я репорчу. На камерах, в смысле, помещение камер? В смысле, прям, да, стоял на камерах. Там стоит ассасин, и под ним падает Римус. Варла килл, предполагаю. Ассасин, ты подтвердишь что-то? Я проверю. Я не видел, я смотрел на камеры. Маугли в меди, Юник в электричке. Всё. Классно, а Римус к тебе добавил? Вида заходила, и Шарупа ко мне заходила. Вида, да, там тусовалась. Римус зашел вот только что, стал и упал. Ну, то есть это либо вампир, который по таймингам попал, либо варлок килл. Ну, у нас варлок. Ну, Вида, самое в моем понимании. Вида не могла сделать первый килл удаленно вообще никак, потому что она была со мной на метеоритах, а потом отстранена. Ну, я сразу ушла направо, да. То есть она не могла участвовать в первом килле, если он удаленный, а не руками сделан, то Вида не мог. Ну, камеры сейчас горят, поэтому это и не ассасин. Ассасин, ты с кем пересекался? Да вы сами подходите, я стою на камерах. В реакторе пересекался, да, со всеми. С Видой, с Флэшом, с группой. В реакторе, если... Ну, с Эндэшем не пересекался. Да, с Эндэшем не пересекался только. Хорошо, Вути, ты видишь сейчас? Я сейчас никого не вижу, я сейчас на связи стою. А где ну, Флэш? Вот. Только что пересекались в хранилище с НДВшем, я стою на канистре. Я с Флэшом в электрике до этого пересекал. Это правда, но у нас либо Флэш, либо Вути, скорее всего, Вути. Да, мне тоже больше Вути. Ну, типа, если Вути, то он руками там прям зарезал. Да как руками-то? Я был с Флэшом в этой в электрике, ушел на связь. Какой руками? Сейчас этот килл точно произошел. Не-не, в первом раунде. Нет, в первом раунде. В первом раунде я тогда была не удаленка, а Вути руками зарезал. Не, вы что, окей, вы не кто можете еще смотреть. Андэш был в медиа с нами? Когда, в первом раунде? Я не помню. В первом нет, я пробежал. По-моему, не было. Андэш в этом раунде справа много бегал. Да, да. Вути любит саморебик, поэтому подозреваю, что Вути все-таки реально маф. Андэш был рядом, но я не видел флеша. Там много народу было, возможно, здесь сориентировался. По цвету там Вида была из темненьких. Проверить Виду. Да я вот не знаю, проверять ли Виду. Три человека в админке.
Assassin Dash. Да. Ладно, выводите. Не буду тут это душиться, короче. Ладно, выводите. Риму же я убил, Риму слабо убил первым. Он типа своего убил. А первого убил я. На ком? Мы вотим, да, или что? Да. На ком? А как флэш тогда? Ничего не понял. Я видел, как он бегает на трупе. В этом был весь смысл. Непонятно. Я думал, два мафа. Ну да, в игре два. Чё, флэш, мирная, нейтральная роль у меня, да? А как ты канистру, блядь, заправить? Да блядь, пешком! Заправил канистру, побежал, блядь, заправить. Нет, мы сразу со старта зашли в мед, и потом Варин я зашел в верхний дверь. Нет, так ну типа невозможно добежать со столовки до канистры. Возможно, потом чё, рофлишь, блядь. Я побежал вниз, набрал канистру и снизу побежал. Флэш, ты отсканился в меде, о чем ты? Братан, держи мое пиво, сейчас я покажу, что там невозможно. Все, что я сделал юник в меде, это поставил камеру и сразу же ушел. Ну, окей, вот получается, вот. Шарупа самый быстрый. Получается, как телепортация? Телепортер, да. Ринг. Всем хорошей игры. Хорошей игры. Не, ну опять же, я в ути мог проверить, но, блядь, ну... Never maf, блядь. Потом зато, когда, блядь, не надо будет, будут сыпать мафов по КД, это будут какие-то говнокатки. Пиздец. Да, очень сильно раздражает. Неравномерность, так скажем. Римус, Винда. Hello, greetings from Mexico. Good luck. Hello, thank you. На канистре камеру ставить. Можно поставить. Кто где видел юника? Он на камерах стоял секунд 7 назад. Мимо меня пробежал флэш. И кто-то перед флэшем пробежал. Секунд 7 бежал... назад я бежал не я с камеры, а с канистры. Я бежал. Нет, я говорю, юник стоит на камерах. Мимо меня под электричкой пробежал флэш, и кто-то еще пробежал. Вида еще бежала, вида. Я зашла в реактор, камеры горели. Они горели до конца. Я сейчас делаю пятнашки, и я вижу, что камеры, ну, там, может быть, за полсекунды погасли. Репорт. Мимо тебя еще, по идее, НДШ пробежал. Я стоял до этого на камерах, да, это правда. Потом побежал через низ и нажал кнопку. Может, его укусили, он от кнопки сдох. То есть я не мог и ни вампиром быть, ни этим, ни вампиром. Там чеснок лежит, его не могли укусить, он секунд 15 уже стоит на камерах, если не больше. Ну, если он, конечно, на камерах умер. Я на самом деле стоял на камерах, и я что-то не понял. Сначала пробежал Римус, а потом пробежал Римус в разных скинах. Я что-то протер глаза и не понял. Да, я видел этих двоих. Есть справа. Да, мы видели друг друга там. Но это не Римус. Да, это не Маугли. И не Римус. Ну, смотри, киллу не могли сделать, ни Римус, ни Римус. Да, это не Римус, ни Римус. И еще в правой части тварины Форейнер видел я их. И действительно, Дэш пробежал со стороны электрики, сейчас ассасин ломится в закрытой двери электрики. А внутри вот. Бути, по идее. Да, да. Так и есть. Ну, по идее, кильнуть могла Вида, кильнуть мог Бути через винты. Двери были закрыты в электрике, то есть, возможно, да, были винты в камеры. Их там не было. Вуди, ты про свои винты все равно не скажешь. Ну да. Что винты там забило не только во втором раунде, но в следующем раунде появится. Нормально так. Царупа маф. Вечный маф, ребят. Не
в стых. Труп Римуза в меде. Там было два человека, когда был выключен свет. Затем остался один, но тот, кто выбежал, тот маф. И это Римус. Он был мне как брат. И камеры горели в конце. Кто Римус починил электрику? Один человек. Да, это НДШ. Окей, кто со мной в админке сейчас стоит? Я стою в админке. Ты с начала раунда там? Ну, я в мед бегал изначально. С ассасином. Неправда, я там не был. Я изначально пошел в навигацию. Давай я дам инфу. Ты был в меде со мной. Да. Я, короче, мы с Римузом, мы вот два лучших друга, мы вместе бежали в мед. Я его оставил сканиться, потому что пропал свет. Я стоял на входе в мед, глядел, не прибежит ли кто-то. Ну и ждал, пока Римус выйдет. В общем, жду я его, жду, света нету, темно, страшно, Римус не выходит. Я возвращаюсь обратно на скан, а там уже трупик окоченевший. И, короче, у меня вариант только один. Мы когда с Римусом забегали в мед, там мимо с нами пересеклась Вида. И, возможно, она на вампире куснула Римуса. Это было в самом начале раунда. А что за сказочка, Маугли? А почему ты не репортишь тогда? Так я на входе стоял. Я вот сейчас забежал, уже труп, я... Прошла буквально. Хорошо, это есть. Типа килл через винты, да, получается? Либо килл через винты, либо вам килл от вида. А килл через винты, нету, во-первых, винтов сейчас в электро, да. То есть винты только с камер, ну, либо удаленный килл. Ну, вообще, эта информация звучит максимально кринжово, я хз. Почему я репорчу? Понятно. А ты где в коридоре? Ты видел Маугли, который стоит в коридоре? Нет, не было его в коридоре. Камеры горели, опять же, ну, когда я забегал. Когда я стоял в коридоре, камеры не горели. Маугли джестер, похоже. Маугли либо джестер, либо джестер, я хз. Маугли мирный. Мирный джестер, да? Я не знаю, моего братюню у меня за спиной убили. Зачем я тогда в него голосую? Хороший вопрос. Не надо в него голосовать, он 100% джестер. Ну потому что на мафе он такой плохой килл бы никогда не сделал. Думаете, маф? По таймингам удачно просто я попал. ХЗ, что-то сложно. В идеале его на шерифе надо проверять. В идеале. Труп Вути на входе в админку. Это не НДЭШ, НДЭШ в левой части, был около меня еще ассасин, и убежал вверх. НДЭШ налево бежал вместе с Фрейнером, если не ошибаюсь. Это ложь, я бежал вместе с ассасином. Ну, я думаю, что это смореб, потому что я видела Вути, он стоял на админке, и я сейчас на коммуникации забегаю. И меня будет как смореб. Тварина был в... Ассасин видно, да? Угу. Вути почти выехал. В ГГВБ. А как вы Римуза убили? А в кого ты стрельнул в итоге? Они убили через винты, все правильно сказал. Да я решил, что либо сейчас кого-то выкинут, либо рискнуть и типа выиграть. А кремейта я стрелял обычно. Ты в этого, в Маугли что ли? Здесь попал, нет кремейта. Да? Маугли, да, Маугли нет. Один кремейт. Точно. Я не знаю, кто там. Ну это вообще странно. Я не стрелялся ни разу. Жесткий-то. Да, жесткий. Да, просто. Странно. Да, жесткий. А ты реально, Маугли, был типа в меди, когда я зарепортил? Да, а как так это? Я не понимаю. Очень странно. История красивая была. У меня стрелочка горела на Римуза, они вместе бегают. С первого раунда. Фрейнец. Я пытаюсь Римуза подвергнуть, они бегают вместе. Нет.
Значит, почему игра закончилась? Потому что ассасин был Evil Guesser, это вот роль, которая может бить на голосование, если попадет в роль мирную. Жестко. Вот это и произошло. Ребят, у нас у кого-то с кнопочкой есть. Да, это не моя. Хорошей игры. Это не моё. Ну да, Маугли странно сыграл, но потому что, ну, в моем понимании он всегда либо джестер, либо этот, ну, маф, скорее джестер, а он оказывается мирным. Просто так сошлось. Не знаю. Как-то ему по-другому надо было эту сказочку рассказывать, по идее. Ну ладно. Тайммастер. Есть обилка, если будем чувствовать опасность, можем поражать. Если нас убьют, то время откатится. Ну, блин, это должно быть как-то довольно просто. Фреймер лежит, короче, на закачке в столовой. Могу краснить Маугли 420-го, мы с ним на метеоритах. Где вы стояли? Благодарю. На метеоритах. А, на метеоритах. Ну, Римус, Юник и Андэш, мы в админке были. Это правда. Я Маугли, правда, не помню, он выбежал уже. Маугли в О2 верхнем закончил сейчас. Был в метеоритах. Тварина в Электро. Где находится Вида? Блин, ну я где там под электрикой. Флэш? Я в верхнем движке. Я поставил чуть-чуть АФК, меня там кто-то чекал вроде как. А, стоп, Маугли реально был в этом, да, в админке. Это Маугли, это Римус. Это Римус, да, это. Да-да. Хорошо, то есть Виду подтвердить никто не может. Ну, я стояла на перекрестке возле админки, когда вы там втроем с Юником туда вбегали. Потом я ушла вниз за шарупы, видимо. Ну, попозже. Не-не-не-не-не. Ты меня не видел. Я был просто в Электро, типа, раньше. Я еще встал на квест, сделал квест, подбежал к щитку, свет не успел починить, репорт нажали. Ну, если вы втроем в админке, может быть, вы скажете, кто где был? Было два человека в метеоритах, два человека в столовой. Один человек из метеорита побежал в столовую, это ж кипер. Один человек из столовки побежал в верхний движок, по-моему, это ассасин. Нет, это флэш. Флэш. А где ассасин, кстати, да, мы его забыли? Над медбаем, с медбая выпал. А флэш, по-моему, на момент репорта как раз... Да, Вида немножко странно сказал мне тоже. На момент репорта я верхний стоял. Мне кажется, Вида может так говорить. Первые секунд 5, и потом, поскольку мне налево было ближать ближе, ну, вообще, да, ну, блин, я там верхний движок. Такое, ну, получается, ассасин, флэш, Вида. Между флэшом и ассасином у меня мах. Вида там никак не влезает по количеству тел. Девочка врет? Да не. Может быть, просто, ну, неудачная позиция, действительно. Вида, да, всегда так играет. Ну, всегда не скажу, не так часто с Вида играю, но мне кажется, она может так играть. По идее. Да. Опять Римус вечно, блядь, на месте, а? С нами был закрыт ассасин. Ассасин убил первого. Это ж кипера, а второй, который Юник, лежит... Убил Маугли. Маугли говорил, ассасин убил, давайте тогда. Это может, я говорил, даже... я жив до сих пор. Да, блин, я Маугли. А может, мы договорим? Давайте нормально имена. У нас просто есть еще Юник, который лежит над закрытой дверью хранилища в коридоре админки. Бесчеловечно. Блять, запутали, да? Маугли 420 это Римус, ну, типа, Римус это Маугли, блять. Были закрыты в хранилище. Я был тоже закрытый в хранилище, пришел слева, они все пришли сверху. Где остальные? Ну вот я с Маугли 420. Я метеорки квесты делаю. Я в Электро вышел налево.
Да, тварина была со мной в электро. Тварина не мог сделать килл Юника. Вита и Маугли, не настоящий, тоже не могли сделать. Из четырех закрытых в электрике остались в живых сейчас только двое. Это я и ассасин. Шкипера убил ассасин. Я пришел из электрики. Это подтверждает тварина. Да. Скорее всего, второй маф НДЭш, наверное. Да. Ассасин плюс НДЭш, да? Нет. Просто странно, что ассасин на глазах. Получается, да. Может, тоже не понимаю. Да, все, вы молодцы, разобрались. А в столовке ассасин подрезал, правильно? Ну да. Можно нормальные ники, пожалуйста. Блин, Римус промахнулся. Блин, Римус. А в кого ты стрелял, Римус? В тварин, но он всегда, блядь, крюмейт, и в этот раз не крюмейт. Слабачок. Че, надо поменять, да, ники? Ну, не знаю. Ну, путаница же, видите, но весело. Я думал, Гессер перепутал нас. Убил Римуса. Путаница, видите? Ладно, может даже оденусь. Человечество. Все сломал. Все в порядке, ребят, ничего страшного. Был маф, ассасин и Римус. Сейчас, секунду, я шляпу свою найду. Не надо. Это совсем без путаницы совсем не интересно. Хороший, да не, давайте всю путаницу уберем. Блять, снова кривой. Господи, у меня уебищный цвет, вы сейчас увидите. Снова даймастер. Да, сук. Ура, крюмейт. Ну, побежали. Побежали, говорю. Ассасин, флеш, скипер. Флеш, скипер. Ну, Рили, кстати, уебищный. Не соврал, дед. Марафон на крюмете сегодня. Ну, получается так. Минус вида. Как вы там вообще можете десятерых насчитать? На пальцев 10. Отличный цвет, кстати. Я возле админки последний раз на камеру. Я думал 20. Вида бегала в связь админка где-то так. Фрейнер, ты откуда пришел ко мне? Я к тебе со связи пришел. Смотри, я... А ты Виду видел? Я ее видел только в начале раунда, когда мы с тобой там были. На карточке была. Потом связь я один-единственный чинил. Ее там уже не было. На связь она не прибегала. Она стояла в коридоре около админки во время выключенной связи, мы стояли вместе. После этого, после того, как связь починилась, я встал на админку. Виду я не видел, но она убежала куда-то вниз в хранилище. Я думал, что она типа связь пошла чекать, не убили. Александр, доброго вам вечера, сколько страфа вы убили. Я там? Влево электрик ушла. Ноль, я мирный. Кто в электрике был в этом раунде? Кто-нибудь видел? Я мне пробегал, потому что... Я был. Я в конце в электрике, его там не было. А кто на камерах стоял? Первое время ассасин, потом я. После связи. А когда была связь? Когда камера нельзя было включить флеш. Значит, не я. У меня такой проблемы не было. Но ассасин стал сразу после починки связи, по идее. Я в это время, походу, на пятнашках стоял, поэтому... Окей. Ассасин, а вида не появлялась слева под камерой?
Я говорю, она была возле админки под камерой, когда я стоял на камере. Куда она делась, я не знаю. Юник забегал со столовки, Вида стояла на проводках в коридоре. Вот это самое начало, самое начало раунда, говоришь. Потом, когда Юник второй раз забегал со столовой в админку, Вида уже не делала. Да, она убежала вниз в хранилище. Я подозреваю, что ее затерли где-то в районе электрики или нижней дышки. Но тогда это не флеш, не шкипер, они были в реакторе в этот момент. Подозревай Форейнера. Ребят, все роли можно посмотреть по команде восклицательный знак роли, там все написано. Вкратце, Т-мастер, мирная роль. Есть обилка, которую прожимаешь, и если в этот момент происходит убийство, то время типа откатывается, и ты жив. Вот. Ну и действует оно там что-то до 5 секунд. Выбегал с админки, упал флэш. То ли это удаленный какой-то варлок. А, ну хотя он в чесноке стал, это Улибаса варлок был. Со мной стоял еще в админке Юник. Даша, можешь рассказать, как ты через 3 экрана репортишь? Не 3 экрана. У тебя, возможно, говорит синхрон, но я... Возможно. Но у меня ты выбежал из админки, а флэш упал провесь. Я нахожусь 2 бобуса от него. Короче, Дэш вампир. Не варлок, а именно вампир. Как вампир, если я нахожусь... Ты что, прикалываешься? Он в чесноке, если что. Ну, он прибежал, встал на закачку и сдох. А ты репортишь из коридора. Он уже докачал данные. Он выбегает, и он сейчас падает. Ну, я не знаю, что еще сказать, ребят. Блин, очень круто, вообще нихуя непонятно. Да, но очень интересно. Ребят, кого голосовать? Давайте просто говорите, мы будем голосовать. Зеленого суточка. НДЭШ, да, на вампире убил в чесноке. Все, НДЭШ, окей, удаленно. Вот, погнали. И Юник на вольтуре не... Да, и Юник на вольтуре не успел скушать еще один труп. Если что, он на камерах кушал труп. На каких камерах? Ну, с камер было видно, что ты скушал труп. Ну да, вампир попал в байта. Именно это Юник, по идее, сейчас и рассказал. Ну, потому что, типа, он падает, нажимается автоматом репорт, а НДша рядом нет. Примерно это Юник и сказал. Хорошо байтер отыграл, получается. Ну так Юник хорошо среагировал. Ну а тот, кого укусил НДш, получается, да, хорошо сыграл байта. Медаль скиллуху, ребят. Нормально было? Гайд по починке. Связи. Не досчитался. Вроде все живы.
кого не считаешь? Флэш умер, Дэши кикнули. Вида в первом раунде. На Форейнер. А, Форейнер они, да. Я предлагаю, пока не поздно, вы уже двое скипнули. Хреново. Я бы хотел пока не поздно кикнуть Юника, чтобы он на Вультуре не выиграл, потому что Вультура уже 2x сожрал. Давай. Ну, поздновато, да. Просто все сразу голосуют на первых секундах. Ну, басики получается. Тихо. Блин, вот не сенье людям, что вы за... Не, так я намекнул ассасину, что типа как будто... Намекнул он ассасину. Дэш, ты меня укусил? Намек тонкий. Да, я тебя укусил. Ну чё, Магли, мы меняемся типа этими. Красиво получилось. Дэш, я больше скажу. Я стоял на камерах и видел, как Вида умерла от вампирского кила. Со столовки бежит Юник и съедает ее. Ну да, да. Из админки так, из админки. Я думал, ты это не понял. Я тоже так, ну, я думаю, Юник не репортит. Смотрю, Вида затерта, я понял, что он в Вультуре. Я еще главное говорю, на камерах сейчас либо маф, либо мне либо скажешь, что я сожрал. Да блин, чего вы так быстро стартуете? Я последнюю скрою. Хорошо, да, вы переодевались, алло. А это Теремус того же цвета. Ну, ребят, что сказать. Снова. Самая важная роль. Ну, кстати, байт прикольно. Что еще хотел сказать? Ластецкий уже начинает играть. На самом деле, можно уже будет скоро тоже подзаканчивать с амонгом и пойти покастить. Пока не закончилось. Там вторая игра идет. Нет, это уже... Да, это вторая игра, 1-3-7. Кураха, Гвенвейзи. Зеленые в мидбэе. Оттуда Маугли бежал. Чего? Блин, оттуда Маугли бежал. Блин. Они одинаковые. Я оттуда не бежал. Блин, подожди, они одинаковые. Не, я оттуда не бежал. Спокойно. Я оттуда не бежал. Это Маугли был шкипер, это Маугли. Маугли был на этих... На сбросе мусора в столовке. Я там был с Форейнером... Ути и Ютиком. Потом случился саботаж связи, и я побежал на связь. Не, последний я был на закачке, там, рядом с мусором. Юник убежал из-за... Последний ты... Фрейнер убежал первый, и я вас с Юником оставил. Убежал за Фрейнером. Куда пришел ассасин? Он на камерах стоял. Не было ассасина. Ассасин стоял на камерах, бежал с камер в столовку, увидел, как Маугли бежит со стороны. Тебя видел. Ассасин в начале Кипер был. Бежал. Понял. Не, я просто про конец. Ну потом ты был, да, потом Шарлоп встал. То есть труп в медбэе, мимо него с камер бежал ассасин. Чем не подозреваемый. Подозреваю ассасина. Да, мне тоже... Маугли разменил вместе со мной, всё. Голосовал ассасина, мне очень не понравилось, как он мулался. Он типа забежал в метеорку, посмотрел на нас, отбежал обратно на границе Вижена. Он побежал, посмотрел на тебя, потом вернулся, посмотрел уже на нас. Ну, это очень странно было, и по мне, если ты бежишь через мет, то ты обязан проверять мет. Ну, если ты обязан, то ты обязан, я не обязан, к сожалению. Ну, поэтому ты летишь. Красиво сказано. Это слова великих амонгеров, да? Получается так. Что делает байт? Если меня убивают на байте, то сразу же автоматом репорт происходит. Вбывца репортит. Наша задача, да, правильно лечь. Репорты, бан нахуй. Да. Давай, убей меня, давай.
Ну давай. Эх, слабак. Я нажал кнопку, можете разменять меня с ССИ. Да, сейчас все скипнут. Ты хочешь размен, ну, что? Ну, лично я скипнул. Я бы Римузу выкинул, если честно. Он сейчас так за мной бежал. Я посрался, да? А я на карту смотрел, блядь, у меня квесты. Возможно. Это как розовенький, за тобой прикольно бежать. Просто репорт. Не, просто репорт. ГКВ. Не добрал немножко. Не добрал, да. Мафы не докинули. Ну, как пример, в прошлой катке, вот как Юник Эндэша, например, вывел. Эндэш на вампире, на удаленном мафиозе, типа, нажал репорт, не находясь даже, ну, в локации, где, типа, упал его укушенный челикс, понимаете? И это сразу, ну, дает информацию о том, что он в быфте. В чем прикол, зачем размен просил? Ну, типа, был разноцвет, якобы прошлый килл мог сделать либо Маугли, либо ассасин. Ассасина убрали, поэтому, чтобы не параноить. Можно, типа, убрать Маугли, тогда мы почти всегда убираем одного мафа. Если вдруг мы ошиблись с ассасином. Такая логика. Дар или Валеска, замок Касл. Наверное, замок Аплот имел в виду. Да хрен знает. Ну, и то сильно. Ивар, наверное, посильнее все-таки на старте. Хотя, Валеска с первых же дней может какие-то жесткие вещи делать. А Ивар, что, надо поставить эльфов, прогрейдиться, такое. Ну, видимо, попали. А, может быть, мы кикнем... Все-таки Римуза. Мы можем в размен. Ну, я, типа... Все скипнули. Ну, не все. Ну, три человека не проголосуют так, чтобы мы скинули его. Ну, может быть, проголосуют. Проголосовал в Римуза. Ну, ребят, спасибо, ну, спасибо. Мы когда-нибудь проиграем так, если не будем размены делать. Ну, когда-нибудь проиграем, но часто это лишнее, наверное, хз. Не, ну я просто по той инфе, как бы... Не, ну хотя Маугли может быть, да, то есть ассасин по своей логике играет, для Юника это типа странно, поэтому он бросил в ассасина, а на самом деле может быть и Маугли убийцы. Ну, короче, может быть такое в теории. Когда-нибудь, в скобочках, сейчас, да? Ну это не видно. Блять, они вдвоем мафы, ёб твою мать. Это не Римус. Римус. Сука, одинаково. Двое из ларца. На админке был? Я сейчас пробежал на админку, но там сломана связь, к сожалению. Неправильно лег. До этого я был в метеоритах с Видой. Так себе лег. Ну хотя бы... С левой стороны я... Маугли могут сейчас за репорте, да? И он убежал как раз на левую сторону. Репорт подтянуть. Где? А, если посчитается, да. Да. Я бежал на левую сторону. И да, брат, туда не заходил, насколько я помню. Я бежал через низ вместе с Римузом. Я побежал сразу налево, хотел встать на камеры, но вырубили связь. Я забежал в верхний двигатель, и там лежит... Я вообще в электрике. Шайка царей! Римус сейчас только из хранилища вышел секунды три назад. Да, я в электрику зашел, поэтому... Не приписывайте мне это! Байт, что ли? Да какой байт? Ну, очень похож. Да какой байт? Вот такой байт. Ну, кто трогал тебя, Маугли? Я никто не трогал. Опять же, есть шериф на столе. Флэш может провериться.
Не, я ни с кем не пересекался, и он не об меня убился, то есть он именно там лежал, когда я сбежал. Ну, килка по КД, потому что прошло буквально, не знаю, 35 секунд от начала раунда. Ну, да, прошло не так много. Ну, маф между Форейнером и Маугли действительно, возможно, может быть байт, но... Это либо Форейнер, либо байт, тут по-другому. Ну, да-да-да. Но нет никаких коробок по карте. Нет. Что у нас вообще по королям что-нибудь понятно? Да-да, Маугли на камуфляже превращаться в этого, в Римуза. А флэш еще? А нет, подожди, это Морфлинг, камуфляжа. С Римузом был в хранилище 3 секунды назад. Да, флэш, по-моему, был на канистре. Не то дело. Да. Все-таки гикнули. Ну и ладно. Ну, мы на 8 можно были это делать. Не, ну надо было... О, блин, я горю! Болоток, спасибо, что за 4 месяца добро пожаловать. Подушите мою жопу! Получается, нормально лег все-таки. Получается, Юник прав. Получается, надо было разменивать. Получается, разобрались. Получается, нашли ошибки. Получается, молодцы. Пиу, пиу, пиу. Получается, что получается. Я проверялся. Ну, типа того. Не ну, уверена. Шмякнулся сам. Я не видела анимацию, я не поняла. Флэш. Под, над, типа, коммуникациями. Оу. Бежит флэш, бежит... Кто, кстати, Форейнер? Флэш умирает. Я не поняла, убил Форейнера. Была проверка. Не, ну мы втроем там бегали туда-сюда. Че бы я его убивал? Так, что там по героям? Кураха с этим. Бегали втроем туда-сюда. Он показал, что вторую катает 1-4-3. Ну он туда-сюда просто мансил и все. И упал. Ну и че у нас митинг? Че делаем-то? Скипаем, не скипаем? Я скипнул. Скиперы. Тишо. По первому раунду килл между Ассасином и Маугли мы его, по идее, закрыли уже. Пиу. Шо, зумерок соляного-то потащишь чи не? Алло. Там нет квеста, что оно подсвечивается. Да. Да. О, мой любимый. Фальшивый квест отвлекающий. Да. Вида тебе не стыдно? У вас настройка на байте подсвечивает, когда да. Где-то винты. Ну, шкипер со мной бегал. То есть вот это то, что было, это нет, означает, время. Что кто-то в винтах вдруг сидит, смотри. Слева еще? Возле перекрестка камер, ближе к верхнему двигателю. Он стоял со мной в реакторе долгое время. Это так работает? Подошел или Римус, встал на камеры, а там, где прошел Римус, лежит шкипер. Или как-то иначе. Жестко. Там, где прошло Римус, только выжженная пустыня. Ну и труп белого. Римус, то есть... Отойду на минутку. А кто-то из нас... А ты куда попал? Меня. Он же сказал, как тебе не стыдно. Он или, говорит, или, себя. Или в себя. Будем знать теперь. Фарайнер, что видел? Я чинил кислород, к сожалению, не мог на дымке стоять. А, смотри, я видел, что двое было слева. Но и двое в столовке. Потом эти двое в столовке пропали, и все, и нигде не появлялись. В оружейке, по-моему, один появился, и все. Ну это чувак, это я от тебя убежал, привет. А, ну вот. Все, а двое в столовке больше нигде не появлялись. Один в верхнем двигателе, один в реакторе сейчас.
насколько я запомнил. В реакторе? Что делаем? В реакторе не должно быть. Я хз, я бы скипнул и квесты дадим. Я не в реакторе. А Римус где? Римус на камерах стоит, он побежал и встал на камерах. Ну, значит, на камерах. Один верхний двигатель точно. Я чё, опять с Джестером и тремя мафиями играю? Я не маф, я сказала, что Римус в смысле с тремя мафиями. Забей, я уже засыпаю просто. Ну и чё? Давай квесты доделай. Короче, ладно, пошли, Римус. Не того я, походу, окраснял. Ну вот он бежал за мной там в коридоре слева. А Римус еще из себя проголосовал. Да-да. Да-да. Я же сказал, я отойду на минутку. Ну, басик получается. Как же бороться до последнего? Ну, ты-то у нас профессионал. Я, да, профессиональный крюмейт. Там же скипнул один, это кто скипнул? Это Фрейдер. А я это... Эх, Маугли, а я... Ну ладно, всем пока, я искал, спасибо. Пытался показать. Спасибо. Идея с разменом пока, без пока. Кнопки была хорошая, но, блядь, не лучший кандидат был выбран. Ну я нажал, это, чтобы разменяли. Ну ты можно нажал, залететь? Тебя разменяли, нас... а Френиса разменял, я, типа, проверкой на связи. А можете сделать что-то, пожалуйста, с этими двумя скинами? Я с ума сойду скоро. Я вот, наконец-то, уже время переодеться. Да, но если не запускать каждый раз... Пока до этого, это можно сделать. Ну я про цвет говорю, ребят. Да. Мне пофигу, на спину. Это Римузу, возьми себе оранжевый. Римуза... Теперь я Римуза узнал. А Римузу так шел его старый цвет. Когда он и есть? Заберите ваншот, пожалуйста. Ой, зачем то есть? Привет, ваншот. Здорово. Привет. Привет. Я вот, мне какой ник надо брать? Римус или Маф? Юник. Сейчас. Ни разу сегодня Маф. Я тебе в личку напишу, какой тебе ник надо взять. А, все, началось. Сейчас иду. Ты можешь взять ник Маугримус или Римузаугли? Гряугли. Я хотел вообще взять ник Мамус, но уже неинтересная шутка будет. Римугли, кстати, нормально. Шерифом разочек был. Нормальная. Ну это уже старый шерифом Римус, ты уже пытался несколько раз. Ну, по-моему, заебись. Но тебе не перестает нравиться, правильно? Нет, Римугли не могу сделать. А Римус просто этот, представитель олдскула. Со старой, со старой ему нравится. Ближе к 50-м что-нибудь такое. Даже если он повторяет это сам раз за разом, правильно? Раз за разом. Я, кстати, на самом деле тоже пару игр сыграю и приду. Ну да, я тоже вообще. И в гарте пару. И я. Да и я. Что-то рановато. 9 вечера всего лишь. А чё скучно, блять? Хули тут сидеть? Невеселый ОМОН какой-то, чуханец. Все, блять, очевидно, понятно. Ну, нахуй это играть. Плюс. Никакой интриги, блядь, во всем разбираются в 3 раунда, блядь. Чувак, так это потому, что тебя нету, с тобой веселее. Так, Римус, это надо в паблике играть. Вадим. Сделай да, ник шарлый. О, Вадим даже не выдержал, ну его нахуй так. Пошли, блядь. Пошли вы, блядь. Да, долбоёбы. Красивый ваншот. Я сам. Да ладно, ребят, возвращайтесь. Стой, блядь. У меня вроде никто никого нахуй не посылает, все тихие. Да куда вы? У меня тоже сломался. Плохо в уши суд, все понимают, ноль шансов обдурить кого-то. Так, плюс... рассмотритесь, Римус пошутил. Это вообще не я говорил. Это Маугли был. Да что ж такое? Версия не та. Я после бала другой человек понял. Осознал всю тяжесть содеянного чухан. Хорошо. Надо настроить домофон. Хорошей игры. Дай мафла, ну разочек. One time. One time. Так, ну нейтрала тоже интересно, а? Кстати, да, вультуры разочек был. Это второй.
Да, блядь! Сучара, блядь. Да какого хуя опять, блядь? Первый раз, когда я был в ультуре, ровно такая же хуйня произошла. Он упал. Меня убили, блядь, нахуй по КД, блядь. Сука! Видел виду, как она как-то на щитах появилась и побежала вверх навигации. Все, что... Да не ори, да как не орать-то, блядь? А ваншот это варлок килл? Это, слушай, я не знаю, ко мне Таврина откуда-то, по-моему, прибежал. Блин, да, даже не знаю, сверху или говна, снизу, не трупом, блядь, согласен. По админке. Так хотелось. А, постоял у меня что-то секунда 2-3. Мертвечинки упал, покушать. То есть непонятно. Угу. Ладно, с кем ты пересекался? Так, Маугли это Маугли или Маугли это Римус? Маугли это Маугли. Я пересекался точно с Маугли, по-моему, пересекался с Вути, с Флэшом, и с кем-то я еще пересекался, но я не смогу вспомнить, с кем это было. Ну, смотрите, Вида, по идее, и Ассасин не могли участвовать. На здоровечко начнем. Или они были слева и пробежали напрямик направо. Ну, если Шарупа прибежал снизу, то Вида могла в теории укусить его. Это что единственное, что... Вида... Нет, Шарупа забежал в админку, а в это время Вида была справа под камерами. Ага. Хорошо, где Вути и Флэш? Мы с Вути на Электро. Да. Типа на квестах. То есть, по Варлоку один из вас может быть. Может быть. Может быть, причем оба могут быть, по идее. Ну, типа, я отбегаю от квестов, перед репортом вижу, что Вути стоит на проводках, но, типа, ни Вути не может подтвердить, что я двигаюсь. Да у меня ваншот руками убил. Ну, хорошо, вы прибежали... Никаких дистанционных там... Мы прибежали нет, со связи, нет. Я починил... Ваншот стоит, блядь, на столе, я прибегаю, меня режет, блядь, руками. Охуенный килл получается. Так, нет, ну, меня хорошо, убил не Варлок, меня убил ваншот. Или да. Меня глючит. Ну через столовку бежал ассасин. Флэш? Где ты закончил ассасин? Разве флэш? Мне почему-то показалось, что ассасин. Ваншот. После навигации. Ну вот он пробежал там типа поверху, я не знаю. Ну, тогда он мог пересечь. Типа, но я за Вита бежал следом. Но Тварина типа не через право должен был бежать, судя по всему. Хотя фиг знает, там Маугли должен был видеть, стоял он. То есть ваншота проклял типа нет, флэш своего мафа. Сейчас, кстати, все так делают, поэтому тоже можно палиться. Значит, меня проглючило. Мне почему-то показалось, что ваншот руками убил на Баунти Хантере. Ну, не важно, на самом деле. Ой. Да, на медиуме тоже гайд записались, но кайфовые катки сегодня. Странно он тогда проклял своего. Да наоборот, не странно, я же говорю, это стратка, которую сейчас все используют. Ты типа проклинаешь своего мафа, и это круто работает, если он клинер. Ты можешь подставить таким образом, но... Это практикуется. Круто работает, окрасняет второго мафа. Да такое, опять же, если этого не ждешь, но я же говорю, сейчас так играют очень часто. Соответственно, если подумать, то можно предположить, что тот, об кого упал Шарупа, это типа второй маф. И в данном случае это будет, ну, так и будет. Так что тут окраснение да не окраснение. Но ты так гарантированно своего Маугли не убьешь, упал, это правда. На перекрестке, потому что такое бывает. Ты сегодня даже такое видел, как ко мне сейчас подбегает ваншот, это не он.
Варлок, в смысле, не он. А сколько ты ждал, прежде чем зарепортил? Подождал 4 полные секунды. Если Варлок, немножко подозреваю Вути, потому что он стоит, метеоры стреляет, как-то поздно для метеоров. Я пробегал сквозь О2 и в столовке закончил. Ну, стою, видел Вути, который со столовой забегает метеориты. Ну, стою, стреляю, да, потому что я 2 раунда влево был. Сейчас очередь в правой части дошла. А со мной в коммуникациях ассасин, да, или кто? Да. Ну, если 4 секунды, то ни он, ни я не могу. Ну, то есть я не знаю, видел ассасин, что я бегу или нет. Ну, точно не Варлок вида, если это Варлок. Ну, смотрите, я пересекался в этом раунде с Фути, с Флэшом, с Маугли. С Фути я пересекался на электрике, он ее чинил. Не уверен, что... Ну, наверное, прошло уже когда. Флэш со мной с Маугли в админке. А, во-первых, по моему килу... Больше ни с кем я, по идее, не... Там Флэша подозревали. А кто еще был подозреваем у Варлок килу? Мы пересеклись в админке, но в админке я не стоял. С Римузом, по идее, еще должен был пересекаться, на самом деле. Все ждут после смерти, ждут, что придет убийца. Мы с тобой пересеклись в админке, но я в админке... Если Варлок килл, то Варлок после убийства несколько секунд не может двигаться. Когда я вернулся, мы с тобой пересеклись. Считается, а что, кто не подвигается в момент репорта. Ну, почему ты договоришься просто? Ладно, забей. Ладно. Это точно Варлок или это... Это ну, точно, а что, точно Варлок. Ну а что, кого голосовать или не голосовать, что делать? У нас по-прежнему... Смотрите, инфа ваншота по первому раунду подтверждается. Соответственно, у нас Варлок. И он между Вути и Флэшом по-прежнему, как и по первому раунду. А Вути тоже там была фигурировала. Так, а что дальше-то? Кого голосовать-то? Голосуй в Римзу. Согласен. Во что? Я скип. Угу, джестерочек. Ну, кстати, да, теперь это еще как вычисление вультура может подойти. То есть, ну, вультура будет бежать на труп, по идее. Но, в первую очередь, это все-таки для того, чтобы Варлока вычислить, попробовать. Дадут мафа там вот это. Да ты охуел. Вот и первый маф. Да ты охуел! Это тварина. Акеф. Да ты охуел! Работайте с ним. Я подозреваю, что второй маф. Да он охуел! Возле оружейки. Плюсую, блядь, охуел полностью. Это не Римус, не Юник. Как победить на вультуре? Три трупа съесть. Кто в нижнем двигателе 2 человека я было? Я и Вида. Ни Флэш, ни Вида. Где шкипер, где ваншот? Я на камеру сейчас стою. Я в админку из сторожа зашел, был справа. НДш тоже там, кстати, был, если что. Ну, среди шкипера и ваншота. Точно. Я на камере стою, и камеры горят. Я только что видел, как ты убежал наверх, получается, с админки забежал быстренько и сразу. Блять, шкипер ваншот, а шкиперы там и там, видел, нафиг. Ну, ты как пришел на камеру. Ну я изначально могу в админке был, там был я, по-моему, Флэш и Юник, если правильно помню. Такого. Чего? Это было уже достаточно давно, и я сплошняком прибежал было... на камеру. Мы починили связь. Меня там не связь. Юник, ты стоял в коридорчике, когда я заходил в админку в начале раунда практически, и потом ушел. А, ну, когда мы только починили связь, мы прошли с Юником в сторону админки. Это было самое начало раунда. Я сделал, соответственно, провода в столовке, забежал в админку, посмотрел, убежал налево, встал на камеру. То есть я сейчас говорю, видел, как вы там бегаете. Юник, судя по всему, да, не уходил с админки, то есть он там вряд ли как-то мог вообще сделать. Юник, Римус, я были в админке секунды 3-4, увидел двух в нижнем двигателе, подумал, там килл, побежал вниз, меня закрыли в нижнем двигателе. После этого я увидел, привет, что привет, труп ребят. 2 наверху. Поэтому для меня теперь маф ваншот 100%. Ваншот 100%. Каким образом, еще раз говорю, я это сделал, если я сделал на камерах? Не кикают. Ну я 10 секунд был в хранилище закрыт. Блять, лежал, там, не знаю, секунды. Ассасин, 14. Ты должен был видеть то, что камеры горят. Ну что за глупости ты сейчас рассказываешь? Пошла тяжелая артиллерия, ребят, в виде аргументов. Что за глупости ты говоришь? Это что-то на уровне... Это абсурд. Да-да-да.
и это какое-то недоразумение. Вообще не палится ваншот этим. Ваншот, кстати, он по речи. Я помню, как бы он и. Это ваншот же был или нет? Ну, по-моему, да. Опа. Пошли, пошли искать. Но они не могут сейчас выиграть. Если найдут еще по киллу, да? Ну, да. Это будет сейчас победа мафов, по идее. Нет, не будет. Вытя, ты совсем охренел так делать? Ну, короче, ваншот убил сейчас. Вытя, ты совсем охренел так делать? Вытя, ты реально охренел так делать просто при мне? Просто убивать сейчас человека? Ну, получается, да. Ну, я в тебя приглашал. Я в тебя голосовал. Я не знаю, зачем ты с Юником, конечно, бегал все это время сейчас, но... Видимо, есть за что. Ассасин, а что ты скажешь? Ты что-то видел? Ты репортишь? Да, по прошлому киллу ваншот точно убил между столовкой. Блять, ассасин, не убивал я никого между столовкой еще где-то, потому что я пробегал налево, я видел, как вот ты... Вот о чем я хотел сказать, он эмоционально может пытаться давить речью. Они не горели, когда я вышел с админки. Они горели, когда я вышел, когда ты вышел с админки, потому что я видел, как Вути поднимается снизу. Такое себе, да? Короче, ладно, пофиг. Ну, окей. Вида, ты в ваншота? Да, и прикол в том, что типа я когда первый раз это услышал, я такой, да не может ну, маф, ну типа такую речь толкать. То есть казалось, что это речь мирного, который, ну типа из-за якобы плохой игры другого мирного стола, ну типа бесится, жопа сгорела. А нет, оказалось, что типа он на мафе так может играть. И я такой, ага, это же ваншот был, ну по-моему ваншот. Ну, то есть это плохая игра на мафе, имху, опять же. Яр, спасибо большое за рейд. Ты, кстати, кто? Здорово. Какой-то новичок, что ли? На Твиче. Да-да-да, типа мирный в праведном гневе, типа того. Анализируем. После бесславного... Кто в верхнем движке? Бесславной гибели в начале раунда. Сидит тут умничает, блядь. Я в верхнем движке. Шарупа, блядь. Да хуя разобрался, да? Чего? Только что видео зашла в тебя в админку, я стою, блядь, возле скачки. Ну, три человека хуячок. А, ты хуячок, Яр? Я понял. Ну, здорово, да. На каком столе, Вути? Я на стол в этом раунде не становился. Что ты рассказываешь? Ну, где ты сейчас? Я сейчас в админке стою между коридором и самой админкой. Ну, три человека. На перекрестке Вути. Короче, был жесткий разноцвет. Шкипер ваншот. Легко разобраться, что флеш мафа. Три человека в админке. Ну, для ассасина. Я и Вида. Мы с Видой забежали к тебе в админку, и Вида умирает. Я на стол не становился. Ну, может быть. Мы с Видой... То есть, если для ассасина железный ваншот мафа, так и было, ну, по идее, он должен понимать, что флеш второй. Я тебя не вижу, но я вижу, что человек в админке. Так я не отрицаю, что я в админке. Мы забежали с Видой только в админке. Если ассасины не начнут только паранойи, я на стол не становился, как ты рассказываешь. Я не рассказывал, что на стол. Нет, ты сказал, что у тебя три человека стоит на столе. Ну, в админке три человека. Короче. И самый угар, что ассасин, которому ассасин, выбирать, у него один квестик. Ассасин, тебе решать, разноцвет у нас с первого раунда. Да, там ваншот пытался в разноцвет с Вути пройти, вот это мне не нравится. А ваншот я точно знаю, что убил между столовкой и оружейкой. Может, я по админке видел. Очень я ассасин не знаю, типа я... А, еще у Юника, точно, еще. Потому что до этого последние два раунда мы были оба с Видой, типа, и мы друг друга... Мне кажется, не должен тут я ошибаться. Тут всегда во флеше надо голосовать. Ассасина, можно вопрос? Смотри, у нас в прошлом раунде Юник умер, и, по-моему, Римус, или он раньше еще отъехал? Вути убрал мафа, да. Римус и был разноцвет с мафом. Мы когда были возле навигации, труп лежал уже, ну, в да, легкое. Ассасин, ты мне лучше скажи, у тебя на мне трек стоял, или ты просто включил способность и увидел, где труп лежал?
Я стоял на админке вместе с Юником стримом. Блять, Асин, ты когда выбегал с админки, когда ты выбегал с админки, я видел, как ты выбегаешь с админки, и у тебя горели камеры, и ты меня за это затопил, за того, что в глаза долбишься. Ну как-то обидно было. Так, да это не первый. Я стоял специально, получается. Юник стоял на админке, я специально стоял в точке между оружейкой и столовой, чтобы меня не видно было на админке. Я режу человека, а потом ты меня топишь, не ставя на мне трек, о том, что я убиваю, хотя я по факту реально прибежал на камере, не уходил с них в тот момент, пока ты репорт на камере. Ваншот, а ты сразу зарезал, да? Да я нас ищу. Что-то кринжатина чуть. Макс Кирилл, спасибо за подписку. Не, то, что НДС был нас... То, что НДС был нас ничего, это понятно, когда я Риму заубил в админке. Да, потому что хотел... Короче, хотел лучше уже забрать просто. Мне, короче, мне когда уже импостер будет? Да я думаю, не сегодня уже. Блин, а Юник в Твифе был, я думаю, провериться или нет. Я не знал, как проверяться в Вути или в США, и так, короче, не думал, ну, да, побегаю, да, побегаю, посмотрю и там посмотрю. Там если промажешь, то второй маф режет еще чел и ГГ. Да-да-да, на семерых нельзя было. Ну что, мы играем? Неплохо получилось, да, давайте. Да хуёво на самом деле получилось, просто за то, что человек не заметил. Изи кинул. Да, извин. Хорошие игры. А, значит, ты заметил, когда стоял на... Скажи, что подаришь 5 сабок за мафой, будет кустори боб, ребят. Блять, крюмейт, нахуй, без роли еще. Да иди ты нахуй, ебись, веселись, блять, играю. Я же говорю, потом, когда не надо будет, блять, насыпят нахуй 10 подряд каких-то ебаных каток. Ну, не знаю, что сказать. Даже наконец-то бета рацепало. Труп на дэше в флешка не забирал. Пиш прям по таймингу, нет? Нет. Нет, тоже много времени не прошло. Прям по таймингу. Я знаю точно, что Римус еще был с правой стороны. Но по стороне. Да, я в навигации. Юника, что ты делал? Ну это не Маугли. Что еще раз? А что ты делал? Он зашел туда из кафешки. Да. Я видела по линке, там Вути со мной стоит. Через Юник бежал прошел со мной. Ну просто там... странно, что при выключенном свете Юник бежит искать. А он бежал сначала направо. Он сразу направо. Не, он... Нет, я был в меди. Я поставил колбы сразу. С Юника справа не было, я был на метеоритах, потом в 2 я сейчас навигации. Да, я именно это сказал. Я имел в виду перед выключенным светом, он побежал направо. А флеша с вами там нигде не было? Это не тварина. Ну, флэш забегает сейчас в электро, а я в электро был изначально, я починил свет. Да, это время починил свет. Окей. Очень сильно подозреваю байта. Очень сильно подозреваю. Там стоял себя. Человек. Стоял ваншот человек, сейчас и я видел, с левой стороны. Жаль, но все равно подозреваю. Да. Я не знаю, тоже не считаю, исключаю, что на байта похоже. Римус, никого больше справа не было? Не. Вообще? Кто-то был. Угу. Ну, по админке было 2. Ну, то есть, получается, килл между Юником и Римузом? Я бы разменял. И еще кем-то. Нет. И еще кем-то, да. Еще кем-то, кого не было. Да. Не знаю. Похоже очень сильно на байт, проголосовал в Юника. Римуза разменивать, наверное, надо, да, в такой ситуации. Соответственно, с Римузом я не бегу. Или даже по этой инфе Римус более подозрительный, хз. Шот ассасин, Юник, Вида, Маули. На связь по хуям всем вообще. Против нет, Вути. А чё это был Римус? Чему Римус? Ну ты стоишь, долго не чинишь, и рядом с тобой труп флеша лежит. А возле меня еще 3 человека, это не проблема, да? Там не 3 человека, там я, а потом еще один подошел. Все. Я только побежал, да? И смотрю, как танцуют. А вокруг. Я сижу, блядь, не могу воткнуть эту ебучую кнопку, например, там, блядь, настроить. Вы сколько и вы вдвоем стоите возле меня, нормально все там? Ну, я ничего не видел. Я стою секунды 3 там. А вы видели убийство? Нет. Ты видел убийство? Нет, не видел. Нет. А второй видел убийство? Я только пришел и вижу, как танцуют. А, то есть я не убивал, вы не видели, да?
Не или видно. Труп уже был. Ты типа варлокил в теории, может быть. А Юни как-то странно стоял на камерах. Ну... Юника там рядом. Да какая разница, при чём тут нет вообще? Я как раз не пересекал. А ты не пересекался? Я налево побежал, да. Я сразу налево побежал и встал на камеру. И мне там Вутя, дай инфу, что вообще произошло? То есть, ну вот ладно, стоит Римус, получается, делает вот эту крутилку. Ты вокруг танцуешь. Когда человек упал? Да я не знаю. Я смотри, я был в этой его два. Значит, Римус пошел туда чинить. Флэш бежал сверху туда. Я там замешкался и пришел позже. Вот, подхожу туда, соответственно, Римус чинит до сих пор очень долго, и Флэш лежит рядом, все. И ты не репортишь, потому что бегаешь. Я 3 секунды не репортил, потом заходит ваншот, репортит. А зачем ты не репортил, если не... Ну, чтобы люди, по крайней мере, увидели, может, кто стоит, может, еще что-то. Ну, у меня слева все двигались, если что. Жестер, да. Я тоже проголосую. А справа кто-то был еще у вас с вами, получается, по пути движения Флэша? Ну, я Флэш... были слева. Все остальные были слева, более того, по-моему, все двигались. Вида точно двигалась. Юник, Маглит, Шарупа. Ой, кто еще там еще был? Ассасин. А, я. Это я еще. Да, ассасин. А вот я. Подождите, в Римуса? Что? В Римуса? Ну, а в кого? В Ути, что ли? Ну, в теории, в Ути тоже мог сделать этот хил, подставить Римуса. Вот так это делает. Так, с Ути не хочу оставаться. Так, Юник. Ути. Пизда. Не. Привет, привет, ребят. Минус вида. Ну, рассказывай. А, убил виду, сейчас буду рандомить в тебя. Сука. Это добил, получается. Получается так. Рандомил? В кремейт. Я тоже. Маугли, мог пораньше сказать. Чё, левелы дают в Амонгис? Да я хер знает, ребят. Я первый раз катаю. Ну, наверное, да, там какие-то приколюхи. Не знаю. Ну, по статку Вуча остается. Или нет? Ну, типа странно, Юник ушел. Победа мафов. Да, это какая победа мафов? Алло. Что это такое было? Но ты убил Маугли. Я убил Маугли. Ну, культуре. Я тебя проглотал, если этот шарупу укусил, ну тогда с победой его. С победой меня. Выхи. Совсем не мог бы ты фон убить, пожалуйста? У своей модельки. Не у модельки, а у этой плашки. А то кажется, что ты мертв. Юник из этого два килограмма сделал. Легко было сейчас. Хватит меня убивать. Я а у меня заказ был, сорян. Ничего не могу делать. Кто тебе заказал? Мунвокер, давай. Я не сдаюсь. Не сдаю. Всем спасибо. Я что знаю. Давай, давай, Римус. Пока. Так а что, голос стовую, Римус? Что ты? Что ты? А, уже Мун зашел. А, Мун уже. Ну ладно. Ну, пакет одет тогда. Ты мне никогда не нравился.
А почему вы в Ути не голосовали, которые типа я пришел тут труп, я решил. А я не убивал там. Да, я... это не важно. Римус по двум раундам просто проходил. Он ну да, 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 он подозрительный. Так, пока уже. Тихо, мы играем. Да есть же, блядь, дед ушел, дали наконец-то, блядь, мафла. Ядрить, кудрить. Погнали. Мне очень не нравится, что мунсвути бегают прям друг за другом. И чё? Чё у него за руль, интересно? Я действительно видел это несколько раз с подкамерой. Он стоит на столе. Возможно, это совпадение, конечно. А у нас... Засовал в нуду. Ассасин говорил, что Вути не понимает, когда второй маф клинер. А кинул нету, ему бегает с Вути и пытается все ему показать, что... Да, блин, все я понимаю. Самая легкая игра в жизни будет. Погнали, Вути. Я, во-первых, не маф. А Мон за мной почему-то бегает. То есть ты за мной бегаешь, хотел сказать, да? Да вы друг за другом бегаете. Ну, мы мирные оба. Да, ваншот. Не смог. Короче, НДш порезал сейчас Юнека, который убежал с камер, а Тварына это... Тварына это Вольчура, скорее всего. И на Тварыне, или на НДше висел, получается, Варлок. What? Что? Не, короче, что сейчас было? Я выбегаю, получается, из камер, там, где стоял Юник. Падает Мун на перекрестке между камерой и реактором. На перекрестке также сейчас бегут, получается, Тендеш и Тварына. Ну, мы бежим из меда. Да, Тварына падает за мной. Резко кушает труп. Выбегает Юник, я уже решил его провести до кнопки, чтобы он нажал, у меня кнопки нету. НДш режет Юника подо мной сразу же. И уже его репорчу. Спасибо за кнопку, НДш. Чуть-чуть по-другому было, на самом деле. Вы что, не слышали вообще?
Рассказывай. Сначала был в меди Чарупа, он побежал налево, я еще остался до колбочки, доставил, прибегаю, Чарупа выбегает из реактора, ваншот убивает одного чела, я кушаю другого, выбегает Юник и проверяется в меня. Давайте еще послушаем. А какая тебе разница, если ты ультура? Какая разница давать информацию или нет? Что? Точно был Warlock Kill, я опять же отбежал, вернулся, потанцевал и нажался репорт от ваншота. Я труп этот не ел. Там видел только один килл? Я вообще не сориентировался. Я не увидел, не понял, что там съели кого-то и так далее. Давайте их троих кикнем. Короче, у нас точно да, есть варлок, судя по всему, на НДше, потому что повесили Лока. И, соответственно, вот это все и произошло. Но я голосую в НДше, потому что, говорю, я знаю, что я видел. Это точно не мог быть двойной килл сейчас, потому что один человек затирал, и было два трупа под нами. Отличная история. Троих не кикнешь. У нас... А история, правда, отличная, мне у нравится. У нас два трупа, одного скушали. Подумай логично. Первый маф ваншот. А, я понял. Юник, ты, кстати, один раунд. Еще если бы потерпел, было бы все лучше. Первый маф ваншот, второй какой-то удаленный, насколько я понял. Ну да, у нас варлок. Так, авультура по итогу. Блять, а что-то с новыми кнопками. Кого-то должны были скушать. Никого не скушали. А, ну повезло, значит. Я думал, просто... Ладно, не важно. Предлагаю менять ваншотом. А кто видел Маугли? У меня нынче бесполезная роль. Нам повезло то, что у нас Вульчура съела только один труп. Я не знаю, был... Хрен знает, в принципе. Вульчур, наверное, можно оставить. Менять. Если что, я не в ультура ваншот, ошибся. Ну, труп сам сейчас просто, я понял. Он даже просто две роли совместил случайно. Ну, получается так. Получается, ты разобрался. НДЭш говорил, что в ультура он. Ваншот говорит, что в ультура Чарупа. То есть между НДЭшем и ваншотом по-любому маф. На критике мы можем поменять ваншот, и мы стопудово остаемся с одним мафом. НДЭш точно не в ультура был по одной простой причине. Я видел конкретно, как он сейчас делал килл, когда Юник выбежал с камеры. И как я съел труп, правильно? Там не было других вариантов, у нас было только три человека на перекрестке. Окей. Я скип кидаю, а там дальше сами решайте. Нормально, я говорю, закрутили, у вас стороны Вульчура, можете, в принципе, последить, где потенциально трупы лежат. Разобрался. Главное, чтобы потом попка не сгорела. То, что не так все на самом деле происходит.
Проверился, что ли, да, или что? У меня Саня с двух ног влетел в ульте. Мы, короче, стояли втроем, ты стоял АФК, мы с пути не поняли, что ты стоишь, стояли возле тебя. У нас сейчас умер флеш где-то, неизвестно где. Прибежал Саня и еще завалил шкипера. Cool story, Bob. Ну, флеша мы никак не могли убить нигде. Тут нет вариантов. У меня, в принципе, назвал трупа вида. Не было с вами. Ну, по этой инфе голосую в ассасина, потому что он вкидывает. Аж тебя не было с нами? Я вроде вижу, что бегаешь. Меня с вами не было. Ну так, а трупа у нас два. Хотя мы втроем стояли в столовке, вида была АФК. То есть как мы могли с Вути кого-то где-то убить, если мы стояли возле вида? А у нас мертвый флеш, ну понятно. Ну, повезло, как получилось. Хорошо. Что-то херня какая-то. НДш нормально, он нормальную зарубу. Повезло, повезло. Я... Да нет, я... Блин, единственное, что я сделал, я просто Юник подставил. Как за же косяк. Красиво просто. Сюк. А что тут красивого? Получается... Красиво или некрасиво? Да. Красиво вида конечно. Не разобралась? Не, красиво... А типа... Ваншот, не все запорол. Я накосячил, я Юника подставил на самом деле. Если бы не труп Юника, то было бы проще. Ваншот, у тебя прям перед глазами меня убили и затерли. Вот так прям про это, я про это и говорил, то, что ты вот у меня падаешь, я не заметил, что НДш в тебя прыгает. Или Творина в тебя прыгает. Я видел единственное то, что тебя затерли. Так, ладно, папашки, спасибо за игры. Всего доброго вечера. Всем хорошего вечера. Бэм-бэм. Блин, это мы на этой грустной ноте, да? Да кому грустная? Да, веселая нота, мне кажется. Все, всем бэм-бэм. Спасибо ребятам за игры. Блин, ну хоть на мафика тонули разочек, и даже что-то получилось. Естественно, фартануло под конец. Плохая темка. Нельзя мне было, наверное, говорить, что меня там не было. Вот. Но прокатило это приятно. Круто МДш сыграл, внес, короче, сумятицу во все произошедшее. Гуд. Такой вот Амонг. Так, а что, папашки, будем кастить? Блин, что-то так лениво кастить сейчас этот. Гунгвейзи против Курахи. Если честно. Ультрачеловый каст. Вообще я планировал. Да. А кто смотрит игру? Может, есть такие здесь? Какой там счет? Там BO5, это третья игра, насколько я вижу. Вижу Кураху на Некрах. Там 2-0 или 1-1. Кто в темке? Сейчас, короче, решим, что делать. С Амонгом в любом случае закончили. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, что вам понравилось. Через недельку повторим. Так, и думаем, что там по касту, не касту. Инферно против Некра. Короче, никто не смотрит, а из тех, кто здесь. Слушайте, наверное, пойду чили. Что-то я прям это... Такой вареный после чаепития. Завтра еще кастить. Посмотрим так, без комментариев. НДша за рейди можно. Даже не совсем удачное время для... и тайминги. Для сегодняшнего каста от моего лица. Так или иначе, кто интересуется героями, ребят, с дуэлькой, рекомендую посмотреть сейчас гранд-финал French Tournament.
где играют Кураха против Гонгвейзи, оба папашки стримят на Твиче. Завтра у нас планируется тоже такой интересный денек. Будет каст чемпионата мира Шопа Венефис, вторая партия на МТ-Джебе. Но при этом еще будет своя игра от Синеда в составе Тварына, Борода и Лебедь. Мужской состав кастеров Starladder HS. Будет это в 20.00 МСК, а герои начнутся в 18 МСК. Соответственно, по плану, ну, накладка получается, как понятно из вышесказанного. По плану покастить героя, потом поиграть в свою игру, а потом вернуться докастить героя, если там еще игра продолжится. Также отписал Крису, надеюсь, он мне составит компанию завтра. Вот. 18.00 МСК, 17 по Киеву, соответственно, планируем стартануть с каста чемпионата мира. Так, ну а на сегодня все. Про Кураху Гунгвези сказал. Рейд на Эндеша. Там ребята, возможно, продолжат играть в Амонг, ММБМ. Что-то еще придумают. Рекомендуем также, если вам понравился наш Амонг, подписываться на Discord. Там плотная движуха, ребята играют в Амонг каждый вечер, и не только, других игр там тоже очень много. Залетайте, опять же, находите единомышленников, играйте в игры. И получайте фан. Все, рейд на Эндеша, всем еще раз спасибо, папашки, и приятного вечера, до завтра.